Здравствуйте все. Ой, ну чё у вас, какие делища? Привет. Привет. О, Юля, привет. Успели чай налить? О, здравствуйте. Здравствуйте. Чародей тут, привет. Я пришла, все придется работать. Да, что вы расслабились там совсем? Я смотрю. Что у меня голоса ничего нет совсем. Привет воинам No AI и всем остальным. Привет. Ой, последнее время, конечно, на ArtStation как не зайдешь. Там вот это No AI. Ни тренды не посмотришь, ничего. Бунт, бунт. А, заказ делаешь? Ну вот ты один молодец получается. Кожаные мешки. Готовы к захвату человечества роботами. А чё по звуку, кстати, там? Нормально? Нормально там? Да, какой-то ад, согласна. Но я по привычке, у меня привычка. С утра встаешь и заходишь на ArtStation. Это как ритуал такой. На ArtStation в ближайшее время не запостишь ничего, все потонет. Вот да. Что-нибудь бы выложить, но ничего не... Сейчас конец года, по идее, и так смысла нет выкладывать, наверное. Звук все норм. Так, так, так. И круто, даже рад, что наконец все эти дизайнеры, художники, айтишники все сполошились из-за нейросети, а то они вечно... Такие ходили, элитка вокруг, типа, одни дураки, ватники. Они всполошились не из-за нейросетей, а из-за того, как люди их используют. Нейросети-то, ну, по-моему, это неплохо. Ну, типа, технология интересная, но то, как ее используют, это, конечно, жесть. Это, конечно, жесть. Может быть, там что-то урегулируют на этом, как там правильно... Авторские права, там чего, чтобы всем нормально было и не обидно. В 2023 новые выпуски Футурамы выйдут? Да? Она еще выходит, что ли? Или это прям перезапуск какой-то? Да вот недавно был стрим, чего вы мне рассказываете-то? Пили латы и получали несоизмеримо большие деньги. По-моему, нет. Нет. Голос иногда пропадает, как будто бы. Я, наверное, это слишком высоко говорю, и меня глушит. Привет, привет, рад стриму. Привет, я тоже. Так, что там по времени? Ждем еще минутку. Я генерирую себе концепты для 3D, отличная штука для драфта, но зачем ее генерацию выдавать за свои работы вообще? Да, вот мне тоже. Я про вот это использование имею в виду. Типа, это же не твоя работа. Ну, какой смысл это выкладывать? Все равно потом вскроется, что ты не умеешь рисовать. Написал бы сразу, я нагенерил. Вот, пожалуйста. Скоро всем надоедят? Ну, посмотрим, посмотрим. Какие сегодня вопросики на стриме будут? Есть план? Есть, короче, целый документ. Я вчера ночью сидела, думаю, надо как-то, наверное, все это подбить. А, потому что если я начну просто их зачитывать, они все будут друг друга повторять. Вот. Будет скульпт по и концепту. Я, кстати, насчет концептов. Все говорят, что, ой, это такая здоровская тема, можно себе концептов нагенерировать. Я пыталась сделать... у меня вот есть девчонка, которая... типа Metal Gear, может, помните, это эльфийка такая с катанами. Ой. Печенька. Александр, как всегда, спасибо за печеньку. Я, как всегда, ничего не сказала вначале. Но сейчас мысль закончу. Я пыталась, короче, сделать скульпт по вот этим вот генерированным картинкам. Там взяла какие-то полуроботы, какие-то девчонки, что-то с каких-то доспехах. Но там все настолько нелогично расположено, все так наляпано. Доспехи, они очень нелогичные у нейросетки. Она их просто же ляпает, как попало.
А тебе, чтобы это в 3D сделать, нужно же как-то переосмыслить, типа, так, трубка тут идет сюда, там, это наплечник, он, значит, крепится так-то. А нейросетке пофиг, она там что-то наклепала, какие-то тут штуки круглые поставила, а ты сиди думай, что это делать или не делать. Короче, как реф, у меня она не очень подошла. Мне проще набрать что-нибудь такое, что, ну, реальное, жизненное. Нейросетка, она нелогично как-то все делает. В том-то и дело, что она давно закончилась, сейчас снова, что будет конкретно, не ясно. Хочу еще больше денег. А из-за дипфейков тоже многие тряслись, а потом ничего, все забыли. Привет, красотка. Привет. Привет, красотка. А, до сих пор, по-моему, трясутся. Типа там сейчас они вообще все подделывают, и голос даже. Так, ну, короче, ладно, я сейчас утону в чате. Я вступительные слова скажу. Что сегодня у нас по плану? Мы сегодня будем смотреть Marmoset 4, в частности, его рендер, как настроить рендер, все сопутствующие там мероприятия, типа материалы, свет, камера, что там, как вообще с этим работать. Потом почитаем вопросики, которые вы оставили в группе в ВК и в Телеграме. Ну, я их буду вставлять по ходу обсуждения. А потом, если я что пропустила, в конце еще посмотрим. Вот. Вы можете поддержать канал, как это сделал великолепный Александр. Ссылки есть все в описании. Также там есть ссылка на... Я, по-моему, сделала ссылку. Да, ссылка на Boosty, куда я выкладываю всякие материалы. Ну, там сейчас не очень много всего, но что-то там будет. И материал по Marmoset'у, и какие-то скульпты. Все туда буду ложить, чтобы оно не терялось. Потому что в группе все теряется. Уходит лента, и все. И до свидания. Мамочки. Надеюсь, будет ответ про волосы. Задавал в группе под постом про рендер. У меня на работе пытаются повторить волосы с Аркейна, и я уже больше недели ломаю голову. Не могу понять, как их сделать. Про волосы, да. Я там, ну, немного, но в силу своего какого-то опыта постараюсь что-то ответить. Оля, подскажи, пожалуйста, посмотри твое видео, как зарендерить скульпт без UV. Ты там показала, что нужно включить SSS в третьем Marmoset'е, но в четвертом... Я не нашел этой кнопки, где ее можно найти. В четвертом, там немножко по-другому. Сегодня посмотрим. Так, вообще не очень понимаю, что так все выбораживалось с АИ этим. Есть и есть. Ну, потому что, типа, он... Там особенно обидные вещи были, когда брали АИ, тренировали его на работах художников и говорили, а теперь давайте проголосуем. Чья работа лучше, вот этого художника? Или вот, смотрите, АИ на его работах нагенерил тут всякого. И он такой, наверное, смотрит. Ну, это как-то обидно, наверное. Ну, такие вещи не очень. Так, там еще продают эти работы тоже. Ну, сомнительное такое мероприятие. Да, Metal Gear, фика я про нее. Так, ждем, когда наконец-то Ритоп будет делать за нас. Вот я тоже жду. А то все обещали, что наконец-то там не будем ничего ритопить. И где это все? Где это все? Так, начнем, короче. Сейчас я открою свой супер документ. Первое. Начало работы. Первый вопрос был от Кристины. Не помню где. В чем разница между Marmoset'ом 3 и 4? Это, наверное, вначале лучше сказать. Во-первых, самое главное отличие. В четвертом Marmoset'е у нас появился рейтрейсинг. Вот он тут. В третьем Marmoset'е его не было. И это, наверное, основная такая причина, почему стоит перейти на четвертый, третьего. И еще дополнительно в четвертом Marmoset'е появилось много дополнительных вкладок в материале. Материал стал более гибким. Он, конечно, все еще не такой гибкий, как в каком-нибудь Unreal или еще там в каком-нибудь движке. Но тут его можно даже вот на этих дефолтных
не кастомных настройках прикольно сделать. Вот. В третьем армосете я уже 100 лет ничего не рендерю. Но он у меня все еще установлен для запекания. Почему-то я до сих пор пеку в третьем армосете. Вот так он выглядит. Вот его материалы. Так, я что-то перекрываю, да? Вот. Ну, его мы сегодня просто про запечку, я там пару слов скажу, и все. А так будем сегодня в основном четвертый смотреть. Так, с чего начать? С чего начать, когда вот вы доделали какую-то модельку, или у вас уже есть какой-то процесс, и вы хотите посмотреть, как это будет на рендере? Берете, короче, мармосет, запускаете его, и он вас встречает вот таким вот пустым окном. По умолчанию тут есть вкладка «Рендер», «Камера» и «Небо». Рендер — это такие общие настройки для всей сцены. Здесь мы можем врубить ретрейсинг, разные, как это, куда там картинку скидывать, когда отрендерится, ну и всякие такие вещи, которые нас не очень-то интересуют. Нас интересует только галочка ретрейсинг тут в основном. Ну и всякие вот эти ГПУ, но это попозже. Камере. Очень много настроек в камере, которые я использую. Прям кардинально некоторые сцены отличаются, если в них настроить камеры по-разному. То есть в дефолте смотрится вообще по-другому, нежели если я настрою камеру. Вот в чем весь секрет рендера. Так, что там? Что вы там пишете? Винамп, да где его откопал? Откопал? Че, вы Винамп не видели? Винамп, вот, да. Пойду хавать, не выдержал кто-то. Кому нужен Spotify, когда есть Винамп? Действительно. Я не знаю, что вы там с этим Spotify. Успел в магазин сходить? Оля, это, конечно, обидно, но такова жизнь, технологии приходят. И приходится что-то менять. До 2014 было легко устроиться куда хочешь, и А3D стало популярно, и коллег стало многократно больше. Ну, тут дело не в обиде, тут дело в этичности и в авторских правах скорее. Что такое ретрейсинг? Ретрейсинг — это такая штука классная, которая работает с этими. Это в основном влияет на освещение. Как-то мне кто-то рассказывал, что ретрейсинг, который вот здесь в Мармосете, и то, что в движках, это вообще разное. И тут вообще это не ретрейсинг, а что-то там другое. По идее, ретрейсинг, он делает физически корректное освещение со всякими отскоками и все такое. Технически я вам не скажу, что он делает. Он делает красиво. Все, это все, что мне нужно знать о нем. Он больше просчитывает теней, делает красивые переходы, градиенты. Короче, материалы с ним по-другому смотрятся. И вот, кстати, проблема еще, что некоторые материалы со включенным ретрейсингом и с выключенным смотрятся по-разному. Поэтому, если вы настраиваете сцену под ретрейсинг, то надо это учитывать. Что ты хочешь? Кстати, тоже пеку в третьем, четвертом какой-то косяк был, уже забыл какой. Да, там я тоже поэтому не перешла на четвертый. Я была бета-тестером четвертого мармосета, и там на тесте был этот косяк. И не знаю, пофиксили его или нет, но я так и не перешла. Оля, у тебя очень красивые серьги. Да? Спасибо. Вот, короче, ретрейсинг, вам нужно просто знать, что это красивое освещение. В остальном, технически, можно, конечно, нагуглить, что он там делает, что за отскоки, тут вот можно это все подкрутить. Но в основном, если вы занимаетесь просто рендером каких-то своих скульптов или работ, вам это вряд ли пригодится, конечно. Так, дальше. Что дальше? Импортирование модели. В первую очередь, с чего начинается вообще подготовка сцены? Вы тут ничего не настраиваете, пока у вас тут нет модели. Модельку импортируем через, ну, понятно,
файл импорт, как и во всех программах, наверное. Так, что вам показать? Например, вот я импортну такую модельку. Я импортирую обычно хайпольки, прям вот как они у меня из браша идут, я сюда их кидаю. Мармосет, в принципе, не придирчив, он, если комп нормально, видюха нормальная, там, нормальная оперативочка. Короче, если комп нормальный, ничего он схавает. Ну, вообще, можно, конечно, десиметить, но про это есть там другой стрим, можете там посмотреть это. Так. Сколько по времени стрим будет идти? Я без понятия. Вот такая она приходит. Она приходит в дефолтном материале, который был в браше. То есть брашевские материалы здесь, в принципе, они вот пришли, но они просто какие-то серые. То, что вы там накрутите в ZBrush, сюда не придет, если кому интересно. Но это и так понятно, потому что материалы из ZBrush, они остаются в ZBrush. А здесь все приходит вот такое серое. И у нас, видите, сейчас освещение идет только от неба. Вот. Что делает это небо? Это HDR-ка, которая вокруг сцены обернута вот так. Ее можно покрутить, она типа цилиндрическая. Видите? И она дает свет, но не всегда HDR-ка хорошая, не всегда она хорошо освещает. Чаще всего надо поднастраивать еще источников ставить и HDR-ку поднастраивать, подкручивать. Вот. И вот. Тут ретрейсинг будет работать только если моя видяха его поддерживает. Да, кстати, еще видеокарта должна быть. Хотя, по идее, ретрейсинг можно на этот настроить. На процессор. Тут или этот, или процессор, или GPU, видите. По-моему, тут можно или туда, или сюда. Сейчас у меня здесь включен процессор. Marmoset на данный момент самый простой способ получить хороший рендер. А то я по старинке через V-Ray делаю, но это долго. Да, это очень долго. Лучше Marmoset. Marmoset довольно быстро. Тем более в Marmoset можно... Ну, хотя в V-Ray тоже можно сохранить сцену и туда все это импортировать, и красиво будет. Но там рендер дольше. Здесь ты сразу результат видишь. Так, low poly и high poly я примерно одинаково импортирую. То есть вы подготавливаете модельку. В данном случае high poly. Но вот когда мы делали на конкурс, там я брала low poly, и точно так же я ее сюда засовываю, она вот так же приходит. Для удобства я вешала материалы на нее разные, то есть если у меня побита, например, броня на отдельном квадрате UV, а тело на отдельном, я бью это на материалы, чтобы здесь уже назначать как положено. Вот. Так, дальше у нас просвет. Что просвет? Погнали сразу просвет. Я думаю, что в нашем мире есть, где есть торренты, миром правит капитализм без совести. Нужно адаптироваться к реалиям. Даже если нейросеть научится делать 3D-болванки в клик, надо с этим бороться. Не надо с этим бороться, надо с этим не бороться. Но она уже делает что-то там. Что это за унывная песня, алё? Винамп, не позорь меня. А возглавить? Не, это понятно, что ты можешь использовать... Главное, вот, не делать всякие такие странные вещи. Странные вещи не делайте. У тебя новый трек-лист? Да, что-то да, сегодня другой. Так, про освещение. Я начала уже про освещение. В первую очередь у нас здесь Sky. Но Sky нам не подходит. Тут можно, конечно, на него наляпать еще источников. В каком-то туторе от мармосетов я видела, что они тут вот ляпают источники. Тут прям нажимаешь на HDR-ку, и он вот делает дополнительный источник, который идет вот в этом цилиндре. Его не видно. Вот он где-то там находится. Например, можно усилить вот эти лампы, поставив вот так лампочку. Да. Или вот синий сделать. И она появляется вот здесь под небом. Видите? Вот она появилась.
И можно подкрутить, то сделать ее больше. Вид ее у этого изменить. Но вот такие источники я вообще никогда не использую. Не знаю, может быть, вам, конечно, понравится их использовать, но они какие-то нелогичные. Мне нужно, чтобы источник висел, чтобы понятно было, откуда он светит и куда. Чтобы я контролировала этот процесс. А тут вот что-то, не знаю, что тут непонятно, короче, ничего. Такой источник мне не нравится. Как поставить какой-нибудь обычный источник? Поворачиваем модельку, как вот откуда вы хотите, чтобы этот источник светил. И нажимаем вот на лампочку. Оп, он из этого места сразу делает источник. Что там за настройки в этих источниках? Настройки, в первую очередь, это вид. Направленный источник, у него отличаются тени. Он бьет с одинаковой силой, как будто бы, и не затухает по всему вот этому своему направлению. И неважно, где он стоит, потому что можно поставить его в любом месте. Он светит не вот так, а... Он сказать, как он объяснит. Даже если я вот так его поставлю, короче, свет будет падать оттуда. Вот видите? Я его вот так разворачиваю. Это как... Короче, такой источник мне тоже не очень нравится. Я редко использую Direct только для общего какого-то подсвета всей сцены. Острые тени. Кто-то спрашивал, как бороться с острыми тенями. Вот они. Давайте накину какой-нибудь материал, чтобы она была посерее. Вот они появились, эти острые тени. Вот они. Тут просто надо подкрутить диаметр. Диаметр подкручиваем, все, нету этих острых теней. Вот они становятся такими мягкими. Мягкими. Жмякнул ретрейсинг, и тени, падающие с очень жестким краем, рендерюха и полька смотрятся как-то не очень. Все не так просто. Все не так просто. Пайнтера почему два? Почему два пайнтера? Не знаю. Пусть будет. А Ольга всегда прекрасно выглядит. Ай, младец. Ай, спасибо. Лезть люблю так. Вместо верея использую лучше корону. Модельку сколько полигонов? А это хороший вопрос. Где-то тут можно было посмотреть полигоны, но... По-моему, в сумме нельзя посмотреть. Что-то около 5, скорее всего, миллионов. Не знаю. Не знаю. 5, там, 6... Оля, мне как новичку очень страшно из-за нейросетей. Как думаешь, это реально угроза для работы коммерческой? Или людишки будут нужны, пока не появится настоящий искусственный интеллект? Ничего не будет. Чего вы таки пшуете? Все нормально будет. Нейросеть, она как один из инструментов будет, скорее всего. Но не так, что прям сейчас всех уволят и такие, ой, все, теперь мы работаем только с нейросетью. Нет, так не будет, скорее всего. У меня почему-то не крутится моделька, а если тыкаю ЛКМ на модель, мармосет просто закрывается. Возможно, у тебя чего-то не хватает мощностей. Кстати, как крутить во вьюпорте? Таскать модельку вот так, на среднюю кнопку и на Alt. Зажимаем Alt. Крутить модельку в свободном пространстве, вот здесь вот мышку держим, тоже нажимаем на Alt и левая кнопка, она крутится. Приближать, отдалять, тоже зажимаем Alt и правая кнопка мыши. Она приближает, отдаляет. Вот. Так, короче, Directional мне не нравится. Даже если ему подкрутить какой-то свет, мне все равно не нравится. Поэтому я ставлю вот этот мой любимый источник, который он сразу по умолчанию его и дает. Это такой источник, который взаправду показывает, куда он светит, что он светит, у него есть степень затухания. Он чем дальше, тем слабее. Чаще всего я такие источники использую. Они красивее всего выглядят, особенно при ретрейсинге. Вот, ну, конечно, что-то я тут пережгла. Можно сделать прям совсем мягонько. Здесь угол вот этот можно поправить. То есть, если вы хотите посветить какое-то определенное место там на модели, можно здесь вот этот угол сделать поменьше. Здесь размыть, это вот, видите, граница. Граница этого круга.
Ее можно размыть, и тогда будет такой красивый градиент, типа, если, например, у вас глаза светящиеся, и вы такие делаете красивый переход. Вот. Так, ну картинку вот это вот глупость, по-моему. Я как-то пробовала сюда картинку подгружать. Ну, не очень, мне не понравилось, как она работает. Как-то она просто ее прожектит плоско. Ну, вы можете попробовать сюда, конечно, запихать какую-то картинку, но это такое. Direction задает направление, это как солнце. Да, вот, хорошее сравнение. То я сижу туплю, не могу понять, с чем его сравнить. Да, как солнце, типа ты его просто ставишь, где угодно в сцене ставишь, и он как-то так светит. Как бороться с шумом после рендера на картинке? Накручивать эти надо. Просчет, короче, побольше ставить. Что там, сэмплов? Привет, Оля, привет. В каком лучше формате грузить в модельку или без разницы? Чаще всего я гружу сюда FBX. Но вообще OBG тоже подходит. Мне кажется, ему по барабану что-то там грузишь. Главное, чтобы была целая модель, без разрывов, без всяких багов. Marmoset не очень любит всякие летающие точки, как и все программы, поэтому лучше за этим следить. Marmoset нормальный инструмент для рендера скульпта 10-15 лямов полигонов. Я рендерил. Все, страшно. По-моему, нормально. Красивый результат главнее. Так, источник спот мы посмотрели. Как там все это настроить, мы посмотрели. Еще есть здесь такой вот Omni. Оп. Omni это такая, такой кружочек просто. Omni удобно подсвечивать блик. Например, вы хотите, чтобы у вас в глазах был блик у персонажа. Можно прямо перед лицом бахнуть Omni такой. Не такой огромный, конечно. И он будет у вас светить прямо в глаз. У него тоже красивые тени. Его я тоже часто использую, когда нужно что-то вот такое, типа, художественное изобразить. Видите, у него такие прикольные переходы. Вот. Довольно легкая модель в 5 лямов. Ты не десиметил, у тебя тут... по-моему, только тело десиметило. Я сейчас вот не вспомню. А нет, плащ десиметил. Тело не десиметим, видишь? Ну тут особо ничего такого нету. Что тут? Все примерно. Ну, короче, приемлемо. Ничего тут такого прям страшного. Да, во вьюпорте еще, кстати, раз уж я сюда залезла, есть вот такая вот вкладочка, которую можно открыть и посмотреть, как у вас выглядит сетка. Здесь цвет сетки можно настроить. Потом здесь можно включить или выключить всякие летающие камеры, летающие источники. Например, если вы хотите покрутить модельку, чтобы у вас ничего не мешалось на фоне. Вот это вот вырубаете и красивенько все смотрите. Так, привет всем, кто подключается. Чего сразу лезть? То, что видел, это может быть веб-камеры... Что-то как-то подстроено. Угу. Да. Ладно, не расстраивайся, я же шучу. Вряд ли дело в мощности, странно, потому что RAM забита на 6%, у меня 32 гига оператива и вообще мощный игровой комп, но почему-то все ломается. Может быть, версия Marmoset. Не очень. Для отражений в глазах и других зеркальных поверхностях используешь Sky, чтобы блики были там. Да, чаще всего за основу бликов в глазах я беру Sky и дополнительно только один, может быть там два источника. Но чаще всего один, потому что два грязно уже. Дополнительных источников. Так, Winamp. Что это там опять такое? Ну-ка, блин. Оп. Так, что еще я хотела про освещение сказать? Как выставить свет, чтобы половина модели была в тени? Как бахнуть градиент на фон? Вопрос от Ксении. Не помню, где он был. Как сделать, чтобы половина модели была в тени? Ну, мы только что посмотрели, что есть много всяких клевых источников, которые это делают.
Но чтобы вот эта вот половина была темная, надо просто вырубить Sky. Если вы вырубите Sky, свет будет идти только от источников, которых вы тут понатыкали. И можете их там как-то крутить, вертеть, все, что хотите делать. Вот. У вас будет драматичное такое освещение. Можете, конечно, сделать спот там. Так, что ты еще хотел сказать? Про дирекшн, скорее всего. Или нет? Не знаю, насколько это вам нужно, но вот у этого неба можно сделать квадрат, типа, чтобы оно было квадратное. Я тоже это редко использую. Я знаю, что в V-Ray'ах часто используют вот эти вот источники, которые типа такие плоскости летающие. Но насколько здесь... Видите, у него какие тени не очень нарядные? Они как-то дешево выглядят. Спот лучше. Лучше спот. У спота я не знаю, зачем эта функция. Типа она тоже какую-то грязь добавляет. Чаще всего я использую здесь сферу. Вот, это то, что касается освещения в половинку. Предположим, тебе надо выставить свет, с чего начинаешь, какие схемы освещения используешь, какие светильники ставишь. Когда я закидываю модельку в сцену, и у меня какой-то скульпт готов, я уже знаю, как я хочу ее показать. Откуда свет? Ну, то есть, потому что я ориентируюсь на саму модель. Вот здесь я хотела сделать общее какое-то, без акцентов освещения. Без всяких там затемнений. Просто обычное освещение, как будто бы в пустыне, знаете, такое. Немного, как это, сепия называется, вот. Что-то такое. Но иногда бывает, что планы не сходятся с тем, что получается, и приходится потом в процессе подстраиваться. Вот. Но начинается все с общего источника. Сначала я бахаю общий источник, смотрю, как смотрится. Включаю Sky. Чаще всего Sky, который здесь по умолчанию, мне не понравится, как выглядит. И я залазю вот сюда в библиотеку. И ищу какой-нибудь подходящий. Перетыкиваю их. Такой, такой, такой. Что? Что ты хочешь? Тут животное хочет гулять. Кто-нибудь отведите животное гулять. Короче, вот. Вы можете тут понаскачивать разных. Они, в принципе, тут их вон сколько. Или можно поставить что-то свое. Сюда. Вот здесь импорт. Неважно. Все это пойдет на HDR-ку, которая будет болтаться вокруг. Можно сделать ее. Ну, повернуть ее, чтобы, например, HDR-кой сделать вот такой контровой. Видите? Усилить, ослабить. Того. У ОБЖ в маме могут быть проблемы с нормалями. Какие проблемы? ОБЖ, он обнуляет нормали, когда вы экспортируете. ОБЖ не сохраняет нормали, он их обнуляет, нормали полигонов. А FBX, он их сохраняет. Когда вы делаете рендер какой-то хайпульки, это не важно. Но если вы делаете рендер своей какой-то лоу-польки, где группы, ой, не группы, ну, группы сглаживания, да, там, нормали полигонов важны, то лучше FBX, конечно. Оля, привет, у тебя драйвера стоят Studio Driver или Game Ready? Если, конечно, у тебя NVIDIA, можно посмотреть в NVIDIA Experience? Слышал, что для 3D-шников лучше Studio Driver. Я без понятия. Я не знаю. Наверное, гейм что-то там. Ну, у меня NVIDIA, но я не знаю, о чем она стоит. То, что она предлагает по умолчанию. Скорее всего, гейм что-то там. Оля, можно ли включить симметрию при бейке? Например, если правишь кейджи, чтобы убрать так, это уже, наверное, ближе к финалу. Если можно, продублируешь.
Оля, привет, смотрела сериал Wednesday. Почему-то сейчас многие рисуют эту девочку из сериала. Это вот какие-то странные люди. Вышел там какой-то сериал, вышла какая-то игра, и все начинают поголовно делать этого персонажа. Это типа поймать волну хайпа или что? Не понимаю. Я смотрела, да. Посмотрела. Запись стрима, да, будет. Да, хайп, хайп. Чашка кофе. Ну, я не планирую, что он будет долго, но я постараюсь на все ответить. Угу. Так, не скейлишь модель внутри мармосета, по сайз, который там можно включить. Где ты сейчас сетку показывала, чтобы адекватно отображалась SSS? По поводу скейла. Любую модельку, которую вы сюда загоняете, можно отскейлить как вручную, как бы. Так и как-то там, я чаще всего вручную скейлю, просто вот берешь модельку, нажимаешь, что там, какая-то кнопка, наверх английско, и скейлишь. Чаще всего я так делаю, когда я подгружаю модель в готовую сцену. У меня есть готовая сцена для рендера, и чтобы не настраивать по 100-500 раз одно и то же, я туда ее закидываю. У меня там разные варианты камер уже с настройками, и я смотрю, как там подстраиваю свет. Вот. Я сейчас редко делаю прям с нуля освещение. Но бывает, что прям нужно с нуля сделать, конечно, но уже реже, потому что есть несколько готовых сцен. Оля, за шторы у тебя кто-то черный стоит? Это стакан. Стакан для кофе. Так, в мармосете можно исключить объект из источника света, например, чтобы светил для блика глаз. А, по-моему, таких тонких настроек тут нет. Это вот, конечно, минус. Уже четвертая версия, но все еще нет такого, что... Можно, по идее, исключить из теней объект. Типа, что на него источник и тени не влияют. Ну вот, например, от волос тень убрать. Ну, это такое, это вообще почти никогда не пригождается. А исключить из бликов, по-моему, такого нет еще. Каким цветом чаще всего свет? Чаще всего, когда я освещаю сцену, у меня вот этот главный источник такой примерно желто... Желто какой-то телесный, вот такой. Почему именно такой? Потому что я его потом на кривых подкручиваю в настройках камеры, чтобы были красивые переходы на коже. Если его сделать прям белым, будет не так. Будет немного плосковато. Нарядная тень. Разбираешь меня на цитаты? Так, про время я уже сказала. Разница в этих дровах минимальна. Я вообще не знаю, что там. Главное, чтобы работало. А остальное меня не очень интересует. Здравствуйте, есть вопрос. Делаю модельку, и почему-то, когда я создаю объект, он создается гораздо выше модельки. Зебра. Видимо, что-то где-то в сцене болтается лишнее. Но сегодня не об этом. Так, про источники вроде я все сказала. А теперь давайте посмотрим, как на все это дело влияет ретрейсинг. Включим ретрейсинг, надеюсь, ничего не упадет. Сейчас ретрейсинг у меня включен на GPU, КПУ. КПУ, правильно, ЦПУ. ПУ. Я люблю, когда включен ретрейсинг этого GPU. Почему? Потому что он делает красивую такую картинку, как будто 2D такие, как будто масляные такие, знаете, мазочки. А если включить ЦПУ, то здесь какой-то шум появляется вот этот. Не так красиво. Поэтому я всегда здесь включаю ГПУ. И еще, когда вы включаете ГПУ тут, не забывайте его включать и здесь. Чтобы когда вы рендер будете делать картинки, чтобы у вас в одинаковых денойзах это все считалось. А то вы тут посмотрели, все классно, красиво, а потом отрендерили, а там вообще не то. Это называется тренд. Ну а зачем? Я не понимаю. Это как под праздник делать что-то.
Это прикольно, конечно, но когда слишком этого прям вываливается со всех утюгов, уже начинает раздражать. Я по нём на Wednesday. Оля, привет, а можно я не взять готовую сцену? Нет, нельзя. Нельзя, 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 ее нигде нет. Может, когда-нибудь я раскошелюсь и где-нибудь ее выложу. Так, про ретрейсинг. Еще, когда у вас включен ретрейсинг, то же самое можно делать с небом, можно его как-то крутить там. Ну, видите, тени стали более такие нарядные. Давайте сравним. Видите, они такие плоские, тут нелогичные, на губах вообще не в тему. Почему здесь темное, а здесь дальше светлое? Когда включаем ретрейсинг, все становится понятно. Видите? Видите? Так, мне понравился сериал Уэнсли, я тоже сделал скульпт, но чисто для себя, семейка Адамс нравится в целом. Не, ну, а что, выложить тоже можно. Просто работа затеряется среди многих, многих, многих. Там сейчас столько этих Wednesday, просто вообще невероятное количество. Видишь, никто не запрещает их делать. Пожалуйста, делай, да выкладывай. Просто я к тому, что их слишком много. И люди, когда видят все одинаково, они перестают заходить и лайкать. Покажи, пожалуйста, настроенные сцены, которые использовал для начала. Это сейчас дам. Ну, здесь мы вроде по... Раскай, я все сказала. Про фон я хотела еще сказать. Там был вопрос про фон. Как там что-то фон? По умолчанию здесь фон идет от вот этой вот HDR-ки. Ambient Sky, вот он написан. Здесь можно поставить просто цвет. Заблюренный этот Ambient Sky и Ambient Sky. Такие дела. Можно какую-то свою картинку бахнуть и... Ой, что-то мне подлагивает, что ли? Что-то я подлагиваю, что ли? Да, мне кажется, у меня стрим начал аж подвисать. А, так, я разобрался, почему закрывается при клике на модель, потому что я тупица и импортил STL файл. А он не это не понимает, да? А, чё-то не вижу, где менять спроца на видяху с ретрейсиком, видимо, старая версия. Да, это, по-моему, добавилось в какой-то там... Или в четвертой это уже было в самом начале? Блин, не помню. Но ретрейсинг точно пришел с четвертой версии. В какой там точка 0 какой добавилось? Добавился ретрейсинг с видеокарты, я не помню. А какие артефакты появляются в четвертом Мормосете при запекании? Сегодня у нас будет вопрос про полосу. Там кто-то спрашивал, почему вот я делаю рендер большой картинки, и у меня посредине рендера появляется какая-то полоса странная. Я не помню, это ВКонтакте было или где? Где это было? Ну вот, смотрите. Ну тут плохо видно, правда. Вот такая полоса, которая типа как будто там плоскость какая-то. Ее вроде не сильно видно, но, блин, это артефакт. Вот этот косяк был при запекании, этот же косяк был при рендере. И если у вас какая-то не последняя версия Marmoset 4 или предпоследняя, у меня не последняя, у меня предпоследнее обновление, то, скорее всего, у вас могут вылазить иногда такие артефакты. Так что бывает. И при запекании тоже. Я не знаю, пофиксили его при запекании или нет, но я не использую Marmoset с тех пор, вот как. Я увидела, я причем писала им там в группе, вот когда мы тестили его. И потом еще ребята писали, что ой, у меня тут на рендере то же самое. Короче, вот. Так, 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 вот каким... Так, это я все вроде сказала, про пресс ты сказала, давайте почитаю чат, что вы там пишете. Вопрос остается, как вращать сцену? А, где он остается? А, она все еще не вращается у тебя? Ну, берешь и вращаешь. Хоп-хоп.
Вроде бы нельзя рендерить ГПУ, когда выше 2500. Не знаю, возможно. Я такие огромные не рендерила еще, по-моему. А может, рендерила? Ого, вот тут написали. Эртрейсинг без шума волшебный какой-то. Это же ГПУ. Это из-за ГПУ все. Сейчас не ВСД, но АИ. Твой стрим настолько познавательный, что я получаю ответы на свои вопросы прямо в мозг. Класс. Напротив, сейчас самое удачное время выложить, так как реальных работ в тренде мало среди протестов. Ну, стрим виснет из-за того, что я тут колупаю, короче, все. Так, вот мы посмотрели, как это настроить, посмотрели, как... Еще я хотела про фон сказать. Фон на задник добавляется не только вот здесь, в этом Sky, потому что это чаще всего не используется никем. Его можно бахнуть еще в камеру. В камеру он добавляется через сцену, вот, backdrop. Оп, и он сюда подвешивается, и вы можете сюда прям какую-то картиночку залить. Сейчас. Какую-нибудь, вот, например, такую. Оп. Можно у нее менять прозрачность, там степень, чего она, как она будет накладываться по центру, там растягиваться и все такое. Короче, вот. Так, все там про GPU. Потом еще был вопрос про иногда на фоне. Где этот вопрос? Как при рендере избавиться от полос, которые образуются из виньетки? Вот такие вот полосы. Вот такие. Такие полосы чаще всего образуются, когда. Вот. Когда у нас фон, вот этот бэкдроп, как сказать, не в той битности. Короче, если вы делаете на задник какой-то градиент, переход, вот, например, такой, у него здесь по умолчанию будет вот такая вот, видите, такие полосы, потому что битность не та. Надо сменить битность, поставить 16 бит и сделать нормальный градиент. Например, оп. Вот он будет намного чище, чем тот. Хотя, блин, что так, что так. Печеньку, тебе печеньку круговорот печенек. Спасибо, Серхити. Так, давайте я почитаю, что вы там нас спрашивали. Быстрее считает ГПУ, чутка медленнее. Вроде мне бывает, ретрейсинг не нравится, и по старинке через RTX. Бывает такое, что я выключаю Sky, но чтобы выключить ретрейсинг, я сейчас редко так делаю. Слышал про глюк Marma 4, когда меняешь путь по умолчанию сохранения проекта, и он все затирает, где раньше типа папка лежала. Чего? Ни разу такого не слышал. В блендере не хватает настройки Blur Sky, бывает раздражает. Размер модели имеет значение, да, это очень влияет на материалы. Так, про это вы поняли. Потом вы туда подгружаете его, и должно быть лучше, но бывает и такое, что если вы здесь включаете вот эту виньетку, вот эту, что не всегда они все равно друг с другом корректно работают, и бывают полосы. Особенно если вы сохраняете финальную картинку в каком-нибудь JPG, а ей вообще по барабану, что вы там думаете про эти полосы, она сделает. Поэтому я, наверное, пытаюсь, если у меня появляются эти полосы, то я подкручиваю здесь виньетку, убираю ее и добавляю потом в фотошопе, если хочу. Вот. Короче, с этим я пока не нашла, как бороться, кроме как вот битности и убирания виньетки.
Это, по освещению есть какие-то фишки. Фишки освещения. Кстати, насчет настройки сцены спрашивали. Чаще всего я настраиваю типа один источник тут, второй, который вспомогательный тут. И они оба у меня спот. Вот этот вот послабее, например. И какого-нибудь там, не знаю, другого цвета. Но это такое общее типа освещение. Когда я настраиваю еще освещение, я еще подкручиваю материалы, потому что это как они друг друга дополняют. Например, вот сейчас мне не нравится, как у меня здесь блики вот эти все загорелись. Я бы их подтушила вот так как-нибудь. Вот. Чаще всего просто делаю вот стандартные два источника и все. Если что, потом хочется посложнее, то там контурные добавляю, смотрю, что еще можно со скаем сделать. Видите, он тут не особо-то и влияет. Может, какой-то другой скай там или что-то такое. Так, про освещение, наверное, можно, наверное, открыть сцену. Там дальше. Каким образом настроить свет, чтобы был красивый блик на глазах, ну или хотя бы просто был? У меня часто глаза вообще не отражают ничего, выглядят матовым, хотя вроде и лампы ставлю с разных сторон. И roughness на максимум. Так. Давайте я открою сцену, которая уже типа настроена. С этой же моделькой. Весят они, конечно, пипец. 2 гигабайта одна сцена весит. У меня косяки стартрейсинга возникают, когда я делаю рендер лоу-польки. Тень в некоторых местах супер острая и ломаная. Не знаю, как пофиксить. И приходится без него рендерить, если сильно видно. Я, кстати, часто видела такой косяк. Что-то там это из-за групп сглаживания было или что-то такое. Не помню уже. Привет. Опоздал, да? А, у тебя какая версия Мармосета? Так, а где это прям? В About? А, 4.03 у меня. А вот эта, которая 0.4, она... что-то у нее там какие-то глюки были с дровами на видеокарту, и я поэтому ее не стала ставить. Сейчас вроде должно быть нормально, но я все еще не поставила. Там ничего особо не добавилось. Опс. Оля, как сделать градиентный фон, чтобы в центре было светлое, и чем дальше от центра, тем темнее? И виньет. Ну вот, это нужно поставить этот фон, который я только что рассказывала про Photoshop. Здесь, кстати, он такой вот этот фон. Вот, видите? Вот так вот выглядит тут фон. Он просто сделан в фотошопе и кинут здесь на задник. Так, давайте я тут дочитаю, а то, видимо, чат уже отстает. Нужно рендерить в PNG, и волос не будет, а JPG дает волосы. Ну, мне сейчас даже во вьюпорте вон полосы, видите? Это называется биндинг. Не нужно ставить битность, нужно добавить шум. Шум чего? Фона? Шум еще добавить надо в градиент, тогда маскируется получше. Ну, а тогда же моделька тоже будет шуметь. Полосы, когда градиент не контрастный. В фотошопе надо шум добавить плюс немного блюра. Ну вот видите, как сразу много вариантов. Я чисто битностью лечила эту штуку. И то не всегда помогало. Скажи, как ты рендеришь, какие-то правила, которые ты следуешь, пожалуйста, с первого шага. Так вот, мы же вроде с первого шага и разбираем. Оля, как ты относишься к интеграции мешика в качестве фона? Чего? Интеграции мешика? Например, стена с разными формами, можно это больше на себя внимание отвлекать? Типа сделать полностью сцену, что ли?
Винетку можно наложить потом. Ну, про это я уже тоже сказала, ага. На твой взгляд, сильно отличается рендер Marmoset, Mai, Maxi, Arnold или Corona? Короне я не делала рендер, в Арнольде... В Арнольде, по-моему, тени лучше. Там более они такие логичные. Больше всего мне нравится, как получается рендер в Верой. А где настроить разрешение картинки и как отрендерить из камеры картинку нужного размера? Так, погнали теперь по камере. Вот мы настроили, ну то есть не настроили, посмотрели, как работает освещение, как работает... Давай, теперь давайте посмотрим, как я настроила тут эту сцену потом, дальше. Здесь на этой девчонке несколько материалов. На лице вот материал ССС, который на теле, по-моему, что-то другое. Тут, короче, бордель. И все это подстраивается под освещение. Освещение состоит из... Сколько тут их? Раз, два, три. Да, три источника. Четыре. Ну, он скрытый. Три источника всего. Вот видите, вот этот телесный, про который я говорила. Благодаря этому телесному получается вот на коже такой... оттенок желтенький, прикольный. Заходим в камеру. Давайте сравним разные камеры. Вот у меня есть такая камера, которая основная, и которую я даже не настраивала. Так, сейчас я тут... Вот сравните, вот то, что тут. И что тут, видите, какая разница? Просто разные камеры. Освещение не меняется, и материалы тоже. Все зависит от настроек камеры. Так, это что? Это, по-моему, то же самое. Тоже. Это более такая была... Более не сепия, короче. Так, это какой-то ядрёно-контрастный был у меня. Ну и вот, смотрите. Оп. Оп, вообще разное все. Я пропустила эти текстуры Substance или Polypaint из ZBrush. Это Polypaint. Фитнес не лечит этих полос. Там как бы нет. На этот полосатый фон просто в фотошопе кинуть шум, и лесенка пропадет. С этого фона ее уже добавлять. Надо, кстати, попробовать. Меня вот эта пробитность научили 2D-шники. Когда я работала... Где я работала? Не помню. Майтоне, кажется, это было. Когда вот добавляешь такой переход, они говорят, блин, ну битность, это битность. Так. Зачем здесь у меня куча камер? Я когда настраиваю, у меня вот есть какая-то первая камера. Я из нее делаю вот этой вот кнопкой дубликат. Например, мне нравится, как здесь получилось, но можно и лучше. И чтобы не терять настройки, я просто ее дублирую и настраиваю потом на этой камере. Давайте так сделаем что-нибудь с какой-нибудь... Чего я тут обычно настраиваю? Я очень сильно выкручиваю линзу. Линза у меня все время говорит, да, боже, как будто бы ортогональная проекция. Ну да, мне просто нравится, чтобы была не сильная перспектива у кадра. Вот. Ой, я не то кручу. Не знаю почему. Типа, можно, конечно, ее выкрутить в какое-нибудь реальное, типа 21, в принципе, тоже неплохо. Но я почему-то очень мало всегда ставлю. По идее, здесь где-то можно даже 30 поставить. Потому что мне не нравится, как моделька вытягивается. Но я не говорю, что это прям вот надо так делать. Просто мне так нравится. Потом, что еще я тут кручу?
фокус — это размытие заднего фона. Когда его включаете, он уже сразу вам пытается простроить, что где заблюрено. Вот видите, вот тут блюр уже. Чаще всего вот эта галочка не стоит. Чтобы настроить фокус, например, я хочу, чтобы фокус был на катане. Нужно на среднюю кнопку мыши тыкнуть на катану, и тогда фокус будет на ней. Он перенастроит его. И чтобы он держал этот фокус, нужно нажать эту галочку. Вот, и он будет все время фокусироваться на этом расстоянии. Даже если вы будете отдалять, приближать. Перебить фокус можно, опять же, на среднюю кнопку жмакаете, и вот. Тут эти все настройки можно поковырять, типа дальности, докуда там достает этот блюр. Видите, вон. И зачем-то здесь очень много видов этого блюра. Размытие по звездочке, по сердечку, по шестиграннику, по семиграннику. Я не знаю, для чего это, я редко это использую. Вот. А в чем разница рендерить в Unreal и в Marmee? Бог читает. Разница в том, что в Unreal у меня это дольше пока что получается. Marmoset быстрее. Почему стандарт рендера в Marmee? Нет такого стандарта. Нет, не по концепту. Я делала просто так, из головы. ГПУ не активно, наверное, видюха не подходит. Без концепта делал. Покажи концепт. Кстати, можно 16 бит, можно сразу при экспорте включить Marmosetti. Я после косяков концепта к 2D-шникам не доверял. Я что-то пропустила. А, ты про то, что я, типа, про 16 бит-то? Ну, да. Короче, фокус мы посмотрели. Это нам... Это только на какие-то портретные кадры надо. Например, вы хотите сделать близкий вот такой портретный шот. Тогда тут будет уместно, в принципе, поставить какую-то... Небольшой такой блюр. А так, когда вы делаете... полностью полноразмерного персонажа, чаще всего блюр не в тему смотрится. Выключаем, закрываем, идем дальше. Флеер, что тут флеер делает? Он делает странное свечение, которое тоже редко кто использует, я не видела. Блин, он даже сейчас не отображает его. Почему ты не отображаешь? Видимо, потому что у меня светящегося ничего нет. Это значит потом посмотрим. Хроматические аберрации, с ними лучше не переборщить. Они красиво добавляют, но вот видите, у меня здесь они даже не включены. Вот такую типа, как это, киберпанк там. Но если вы перекрутите, то у зрителя вылезут глаза. Видите, слишком не стоит. Чуть-чуть можно, потому что на фотках допустимо какое-то такое размытие, это добавляет реалистичности. Но тут у меня его не было даже, так что это не так уж и важно. Самая важная вкладка это вот, Post Effects. Сейчас давайте я прочитаю и пойдем по ней. Про CSS уже рассказывали, я только прищелк. Нет, материалы мы еще не смотрели. Можно в двух словах. Marmoset Toolbag это плагин, аддон, подключаемый движок к чему-то или софтина. Это отдельный софт. Marmoset так отдельно, как программа существует. Почему нет текстуры лица? Где? Потому что это Polypaint. Здесь нету текстур вообще, в принципе. Вот материал тела, тут нету ни одной текстуры. Сижу в блендере Superman, анимирую, тут YouTube ваш стрим подкидывает каким-то Marmoset, которым первый раз слышу. Растите. Скажите, пожалуйста, останется запись? Привет, хоть раз успел. О, привет, Виктор, привет.
А Оля, V-Ray-кой больше не пользуешься? И сильно ли заметна разница в рендер-движках или все в настройках упирается? Вообще, что я поняла, порендерил и там, и тут, и здесь, и везде можно, в принципе, сделать красивую картинку. Главное, чтобы у вас, что ли, терпения хватило на то, чтобы вытянуть из этого картинку. Потому что я видела, люди делают в таких странных софтах, ну как-то какой-то софт, сейчас уже даже названием не вспомню, тоже он был заточен на real-time рендер, и я вот его скачивала, пробовала в нем что-то делать, но там вообще ничего не понятно. Там у меня такая шляпа выходила, что вообще ужас. Но человек, который вот был амбассадором этого софта, он прям делал вообще такие нереальные вещи. Вот. Ну, может быть, это еще тоже одна из таких главных черт Мармосета, что он, в принципе, понятный. Его ставишь и такой, ага, вот тут нажал, вот здесь нажал. И у тебя получается какой-то результат. Может быть, это тоже должно быть частью... Если что-то, ломится кто-то. А ты эту работу делала чисто из головы или все-таки опиралась на похожие работы, например, референс? Я очень большой фанат Metal Gear вселенной. И у меня были рефы космические. Я вообще изначально хотела сделать космонавта. Я уже рассказывала в начале, что я пыталась сделать по сгенерированным этим нейросетями портретам портрет космической такой барышни. Но там все настолько нелогично было, что мне пришлось, короче, додумывать все самой. И в итоге я ушла в такую какую-то Metal Gear стилистику. Так. Оль Флэйр, если я не ошибаюсь, делает очень ярким отражение света. И это вроде без ретрейсинга. Вот этот флэйр, который я вообще никогда не использую. Единственное, что он делает у меня обычно в сцене, когда я такая, так, что бы еще подкрутить? Он делает посередине такую оранжевую блямбу. Я не знаю, зачем она нужна. Может быть, это, конечно, как-то с источниками надо что-то делать или с освещением. Но потом на другой модельке я вчера крутила, покажу, как он работает. Хроматические аберрации возникают только у плохой оптики или очень сложных элементов на пресе, так что лучше не баловаться. Да, лучше не перекручивайте. Раньше это было модно, даже были уроки, как добавить хроматические аберрации в фотошопе. Сейчас это уже мейнстрим, сейчас уже не надо так делать. Оля, тут есть способ сделать элемент с подсвечиванием типа светящегося цветочка? Да, это... Сейчас мы посмотрим настройки камеры и пойдем в материалы. Что? Собака пришла опять. Увлекся разверткой, провтыкал начало стрима. Ну ты даешь, конечно. Ну ты даешь. Так, про настройки камеры погнали. Самое интересное, как я уже сказала, в настройках камеры начинается вот тут, Post Effects. Почему? Потому что здесь можно понакрутить прям столько всего, что у вас будет отличаться картинка, вот как я показывала, первая камера и вторая, ой, то есть вот эта камера и вот эта прям кардинально. Что здесь накручено? Во-первых, здесь выкручено, всегда я выкручиваю Saturation. Всегда делаю его не один, а где-то чуть побольше. Ну, так нормально. Почему? Потому что из ZBrush обычно они приходят какие-то дестурированные. Чего? Как? Нет, стрим идет вообще-то. Они какие-то дестурированные, или, может, мне так кажется, я хочу поярче. Вот. Потом, самое интересное... Это кривые. Кривые это прям вообще хвала тому, кто их придумал. Можно так сильно накрутить кривыми здесь, что у вас прям очень сильно все будет отличаться. Я тут понакрутила уже, вы видите, сколько всего. Давайте попробуем вот, например, вот эту камеру прикрутить к... Как вот в первой, например. Сейчас кто-то так-то отдалю. Здесь ничего не выкручено, здесь тоже ничего не выкручено. А, здесь красный выкручен.
Лучше, конечно, начать с этой кривой. Типа можно сделать, чтобы вот эти вот тени, которые видите там, не были такими черными. Например, они чтобы были красными. Вот, смотрите. О, видите? И они становятся красными. Можно, конечно, так сделать. Можно сделать больше зеленого. Зеленый добавляет на кожу прикольные такие штуки. Вот. Блин, тут, короче, можно закапываться дальше. Флеер используют для бликов в камере от источника света на модели, например, какие-то лампочки в камере при помощи флеера будут блики. Мне почему-то они по центру всегда такие бесячие. Это в каком совсем амбассадор был? Я не помню. Как-то фури-мури, что-то не помню. Там какая-то такая шерстяная была штука на лейбле у них. Для геймреди моделей можно юзать Marmoset, Unreal 4, 5. Для кино используют V-Ray, R0, прочие коммерческие. Ну да, это кто-то спросил, да я не помню, сделал. ZBrush 2023 будешь устанавливать? Пока не знаю, я пока не смотрела, что там нового. Я пока 22-й-то не установлю, то есть он у меня установлен, но я все никак не перейду в него. Как жить? Как жить, ты хотел спросить. Артур, непонятно, что спрашиваешь. Привет, а можешь посоветовать, как привыкнуть к новому софту? К примеру, я хочу привыкнуть к ZBrush. Уже 3 месяца после Blender никак не могу привыкнуть. Ну, продолжать мучить себя. Разве можно привыкнешь? Это не за один день делается. Какой-то шум, когда говоришь. Да? Из-за чего? Какой шум? Сильно шумит? Что-то стреляет? Прощелкивает? Вы скажите, если прощелкивает, там бывают что-то какие-то глюки. Оля, ты будешь на свой не новогодний челлендж что-то делать? Я? Нет. Не буду. А может и буду. А может нет. Не знаю. Так, флеер, про флеер, так. Питчар Лайф, канал часто тебе на стримах говорит, что ты самая крутая девчонка. А, девочка. Скульптор, да? Приятно. Скоро нейросет победит Ольгу, да? Не дождетесь. Коля, может, на шепот снова продолжает? Я кушать хочу, Оля. Чего? У меня тут стрим идет. Раскусили, получается. Прикольная гипотеза. Как можно градиент на бэкдроп кинуть? Градиент на бэкдроп так и кидается. Делайте картиночку в фотошопе. Так, вот у меня здесь. Видите? Это картинка. Это просто картинка, которую я сделала в фотошопе. И кидайте ее и радуйтесь. Умер со звуком. Ну, ладно, ладно. Да у меня и просто шумоподавления никакого нету. Я все поотрубала, чтобы у меня тут не зависало. Вот, короче, мы настроили вот эту камеру под эту примерно, но, скорее всего, нет. Да, тут случается. Ну, вы поняли, как работать с кривыми. Это главное. Так, кривые посмотрели, что-то еще можно потыкать. Все остальное, в принципе, понятно. Шарпан. Типа резкость. Тоже главное не переборщить с ней, потому что она начинает шуметь, начинает какие-то по краям давать полосы. Чуть-чуть ее сделать. Если хотите прям добавить шарп, лучше добавить его в фотошопе. Так, это свечения всякие. Ну, это вот чаще всего его когда добавляют, он делает как сказать, блин, мыльную картинку. Кто-то там спрашивал про это. Это можно, с этим можно поиграться, когда у вас есть светящиеся элементы. Виньетку мы сегодня уже обсуждали. Она делает по краям вот эту вот штуку. Можно ее сделать более мягкой, поменять цвет. Короче, все, что хотите. И грейн.
он добавляет шум. Иногда немного шума не помешает. Он тоже добавляет реалистичности изображению. Вот. Что еще хотел сказать? А, в новом Marmosetе, который у меня 0.03, есть еще 0.04. Прикрутили какую-то штуку, которая делает какой-то кинематографичный шум или что-то такое. Я, короче, устанавливала этот Marmoset, я вам уже про это говорила, что у меня что-то там с дровами не пошло. И я попробовала эту штуку, ну, прикольно, и все. Поэтому я вернулась обратно на эту версию. А Верейкой-то пользуешься? Там, говорят, СС завезли. А что, там его не было разве? Был же. Так, про блики в глазах. Так, давайте я еще почитаю, что тут я выписывала. Как красиво подсветить объект, чтобы он был как звезда на сцене? Как бороться с острыми тенями? Это мы посмотрели. Можно ли вставить и настроить задник? Тоже посмотрели. Ладно, погнали, короче, про глаза. Теперь материалы. Про камеру, про свет. У вас еще можно что-то поспрашивать, может? То есть поотвечать. То есть вы спрашиваете что-нибудь? Про камеру. А, про камеру еще не сказала. Здесь есть режимы. Линер, нечитаемое название, еще одно нечитаемое название, Access. Чем они отличаются? Они отличаются вот чем. Видите? По-моему, это сделано по типу того, как в движках это все выглядит. Какая-то... Ну, в движках тоже есть эти режимы освещения. Или это не освещение, это... Блин, короче, есть эти режимы в движках. Я не знаю, на что они влияют. Когда я какое-то мультяшное что-то рендерю, я включаю вот этот режим. Потому что он смазывает тени, видите? Моделька становится такой более мультяшной, как будто 2D-шной. И когда я делаю рендер чего-то прям такого, где надо смазать тени, я ставлю это. Вот. 404 еще более тем, что там, когда настраиваешь фокус, то на превью фокус нормально работает, а на рендере наоборот. О, господи. Ну, это хорошо, что я не перешла, значит. Не, я сначала перешла, хорошо, что там можно откатиться. Я откатилась потом. Как задать картинки? А, блин, точно, про это я забыла сказать. Вот, спасибо, что напомнила. Заходим в камеру. Тогда, ой, блин, не в камеру, в рендер. Когда мы уже все настроили и хотим из этой камеры, вот из этой конкретно, сделать рендер, мы вот здесь вот выставляем размер. Вот output, размер там, у меня стоит почти квадрат. Когда по умолчанию вот эта граница не отображается. Чтобы она отображалась, нужно здесь бахнуть галочку. Сейчас, погодите, где она бахается? А, она в камере бахается. Вот, save frame. Чтобы понять, где у вас будет заканчиваться картинка. Вот. Здесь выставляем размер. А там жмакаем save frame. И потом здесь в каком формате. Вот тут можно 16 бит. Кстати, может быть, это поможет. Всякие сэмплы тут. И чаще всего я тоже их не трогаю. Denoise поднастроить, чтобы он здесь был ГПУшный. Нельзя почему-то. И так, выбрать место. Место. Это для видео, вот для картинки место. Видите? Здесь нажимаете, и он вам там говорит, куда там чего. Можно стандартные какие-то размеры вот здесь выбрать. Но чаще всего я делаю на какой-то, на глаз тут все вот это. Вот. Потом нажимаем Render Image. А, и не забывайте здесь выбрать камеру. Вот здесь вот в список камер, которые он будет делать рендер. Если в списке нет вашей камеры, добавляем Add New и вот добавляем там, например, пятую хочу сделать рендер. Добавляем пятую, это убираем. Для чего здесь добавили вот эти вот штуки? Это для того, чтобы можно было делать композ.
Например, вы делаете несколько шотов и несколько еще композ этих басов. Давайте про композ я тогда еще расскажу. Гамма цвет. Ну, там не столько гамма. Блин, это, короче, режимы в движках. В Unity и в Unreal они отличаются. И для этого это сделано, видимо, чтобы показывать, как это будет выглядеть в движке. Но для людей, которые используют Marmoset просто для рендера своих скульптов или для рендера своих лоу-полик, это не столько, наверное, важно. И чтобы посмотреть, как оно будет в движке, сразу закидываешь в движок, да смотришь в движке. Это не так важно. Про композ. Там был вопрос, кто-то спрашивал, как сделать, вот, например, мы хотим сделать прям по слоям, там, окклюзию, колор этот, флат колор, там, по цветам разбить. Все это дело можно здесь вот найти. Например, мы хотим по материалам сделать рендер, материал ID. Чтобы когда мы потом в Photoshop закинем, можно было потыкать, пожмыкать, что-то подкрутить, сделать светлее лицо. И здесь потом это можно добавить. Вот. Материал ID. Ну или объект ID, если вы хотите прям по всем объектам сделать отдельную маску. Но это тогда слишком много будет всякого. Вот. Также здесь можно сделать, ну, стандартные какие-то depth, вот этот, который глубину резкости. Это что? Это я не знаю для чего. Нормали, позиции. Ну и погнали там альбедо. Это типа, если вы прям композом занимаетесь так, что вы собираете прям картинку в фотошопе или где там в After Effects. И миссив, и глоссы, вот эти все можно отдельными слотами сделать. Здесь их добавляете. Материал, например, там альбедо, хоп. И помимо того, что он сделает рендер Final Compose вот с этой камеры, он сделает еще и рендер альбедо. Вот, который вы здесь можете посмотреть. Вот. И вот это просто для просмотра. То есть, а настроить, что рендерится, это вот тут. Понятненько? Оля, по твоим ощущениям, что с рынком 3D в целом происходит? Ничего. А что с ним происходит? Продолжают все что-то делать. Перестраиваются. Как это? Под текущие реалии там документики меняются. Ничего такого не происходит особо. Всякие вот эти бюрократические темы только меняются. Там одни говорят, что мы уходим, а на самом деле они не то чтобы уходят, а просто переориентируются. Ну, короче, перестраивается рынок. В итоге сейчас у тебя два слота, HDR-ка и глобальный свет. Два спота. А, два спота, ты сказал. Мне кажется, тут три спота, подожди-ка. Раз, два, три. Три спота. Задаю свет на HDRI, но перемещаю источники в зависимости от фона. На HDRI меняется сила света. Можно ли как-то зафиксировать? Источники чего ты перемещаешь? А, вот эти, которые на HDRI. Я же говорю, это такая тема, я не знаю. Она не очень-то предсказуема. Лучше использовать по старинке вот этот источник, пахнул сбоку и знали, что он светит слева направо. И все. Оля, сколько примерно еще будет длиться стрим? Еще про материалы поговорим и, наверное,
А, и про запечку чуть-чуть. И про волосы я еще обещала сказать. Короче, еще будет длиться. Так, про камеру вроде тогда все, да? Как сделать рендер, как запихнуть все это. Ну, когда у вас по слоям все это отрендерилось, как это запихнуть в один PSD-шник, наверное, вы знаете, да? Вы знаете, как это? Какой фок? Я успела прочитать что-то там. В каком разрешении рендеришь обычно? Я обычно не делаю рендер больше 1800-2000, потому что, когда ты заливаешь на ArtStation что-то в таком огромном разрешении, смысла в этом нет. ArtStation все равно ужмет твою картинку. Не факт, что он сделает это прям так, что тебе понравится. Ну и любая другая площадка тоже это сделает. Вот, поэтому я чаще всего делаю небольшие картинки, и потом их еще уменьшаю до размера. То есть я делаю рендер больше, чем я собираюсь оставить. Но для чего? Чтобы потом его в фотошопе чуть подуменьшить. Туман для чего? Да, я поняла, про что ты. Туман — это отдельная тема, которую тоже кто-то просил там осветить. Он часто добавляет сцену такой, типа, красивости. Вот, смотрите, я включила туман. Он тут у меня как-то настроен. Он может реагировать на источники или на ambient. То есть на небо. Так, так, так. Для чего нужен этот фог? Он делает вот такие объемные освещения. Когда я делала на конкурс, у меня вот есть конкурсная работа. Давайте я, наверное, ее открою, чтобы по ней показывать. А вы пока пишите что-нибудь. Так, как там называлось оно? Про рендер в Unreal 5 будет стрим? Я помню, ты делала рендер в Unreal... Да, будет, но не знаю, когда. Анимацию принимает, да. Анимацию тоже я чуть попозже покажу, после этой работы. Здесь вот эти светяшки. Там был вопрос, как сделать вот эти светящиеся штуковинки. Они светятся за счет настроек вот в камере, вот это вот, которую мы обсуждали, как она называется, где-то. Вот этот блум. Вот видите, когда блум, в принципе, нужен. Это такая редкость, конечно. Главное не засветить основную модель, чтобы она у вас не начала тоже быть мыльной. Вот. Потом материал спрашивали, что там за материал у них. Материал обычный какой-то свет. Вот. С эмиссифом. Эмиссифом. То есть это обычные точки. Чтобы усилить эффект вот от этих штуковинок, я иногда делаю еще фок. Ну, блин. Не то чтобы он прям помогает. Чтобы, короче, вот эти штучки светились, на них надо маленькие омники вешать. Я правильно говорю? Которые маленькие источники. Это тут, по-моему, такая есть. Вот. Тогда они начинают в тумане светиться. Ну, вы понимаете, о чем я. Вот видите, вот тут есть этот омник, вот он. Если я его скрою. Вот видите, он в тумане такой красивый дает свет. И чтобы вот эти штуки не сами по себе светились, а чтобы еще вокруг них такой объемный свет был, берем этот омник. Сейчас я его найти куда. И ставим их, его. Ну тогда у вас много их получится, если у вас много точечек. Я тут не стала заморачиваться на все. Так, ставите. И у вас получается, что умнее этот светится, дает вот такой объем. И там уже дальше с фогом настраиваете, чтобы он не сильно вам светил.
Этот, как он, господи? Блум вот этот тоже подуменьшаете, вот видите? И такая красивая. Если их так много, например, у вас там русалочка какая-нибудь, и там светлячки летают, можно понастроить вот этих красивых штуковинок, вообще будет объемненько красиво. Но смотрите, не перегрузите сцену, чтобы не было наляписто. Я здесь не стала делать такие штуки везде, потому что уж слишком много здесь светлячков. Так. Если отрезать картинку с фоном, заливка градиентом, а потом приблизить очень-очень близко ее и посмотреть на фон, то вместо плавного градиента будет все в маленьких пятнышках. Выглядит странно. Какой-то шум, что ли, да? Можно сделать блюр заднего фона тогда. Настроить блюр на камере так, чтобы у тебя моделька сильно не блюрилась, а блюрился задник. Тогда будет поменьше этого. В инсте лучше, чем в WordStation? Качество? Да ладно. А есть смысл рендерить 2К, а потом в Photoshop уменьшать на 1920 или сразу рендерить 1920? Ну, разница-то небольшая у тебя там получается. Я уменьшаю примерно на пикселов 200. Например, у меня картинка 1800, а нет, даже на 500. Я делаю 1200 по стороне, например. Или 1300. Вот. А уменьшаю для чего? Чтобы у меня появилась резкость на картинке. Потому что мармосет, он немного мыльненько выдает, даже если ты резкость сделаешь. Но если в фотошопе чуть подковырять там настроечки, там можно сделать красивенько, чтобы у тебя было. Так, по поводу светящегося материала еще был вопрос. Как сохранить что-то светящийся материал, чтобы он не терял объем и светился. Вот этот вот барашек у меня светится. Но если вы бахнете на освещение прям, ну, просто вот, как он называется, эмиссив, то он у вас будет светиться однородно. Чтобы он у вас светился неоднородно, надо сделать карту, которая будет вам, ну, типа, тут светится, здесь светится, тут не светится. Это довольно сложно. Еще я видела прием, делают сверху материал, какой-нибудь roughness, а внутрь запихивают, например, здесь в барашка, дублируешь барашка, чуть-чуть его поджимаешь по нормалям и запихиваешь, делаешь его светящимся. Тогда такой красивый получается, как будто он кристалл. Сейчас покажу пример. Это у меня была закладка. Вот, смотрите, кристалл, типа у нас есть внешний кристалл, вот он, есть внутренний кристалл светящийся, мы вот этот светящийся запихиваем вовнутрь вот этого, и получается, вот видите, как будто бы там он внутри объемный и светится сам по себе, на самом деле это обман. Добиться такого эффекта только одним мешем вот этого будет сложновато. Это хороший прием, можно так делать. Вот, ясненько. Здесь, в принципе, здесь можно было тоже заморочиться и сделать так, но тут полигонаж был ограничен, и если я бы сделала дублирование меша, у меня бы там полигонаж вылез, наверное. Песня про Олю. Блин, я пропустила песню про меня. Blizzard Go, у них так оружие делают. Да? Что это? Чтобы полипейнт из ZBrush сохранился, обязательно FBX нужен. OBG тоже сохраняет полипейнт, и не обязательно. Не обязательно. Так, ну, в общем, это лоу-полька. Делать рендер лоу-польки или хай-польки в мармосете, в принципе, разница небольшая. Единственное, здесь нету, вот я тут не включала ретрейсинг. Почему? Потому что все материалы, ну, во-первых, там на конкурсе еще не было понятно, можно, нельзя использовать ретрейсинг. Ну и все материалы работают немного по-другому, поэтому я его не включала. Например, материал глаз.
У меня здесь глаза состоят из двух сфер, кстати, давайте плавно перейдем на материалы. Верхняя сфера прозрачная, и в ретрейсинге прозрачность работает немного не так, как в режиме без ретрейсинга. Видите? Она становится темной, поэтому я выкладывала там на Boosty материал, который именно для ретрейсинга сделан. Он более прозрачный, и он не так темнит глаз. Можно, конечно, вот в этом, вот тут вот, как он, блин, называется, ковер, вот он. Включи, чтобы он тени не отбрасывал. Вот, и тогда он не будет ничего отбрасывать. Но это дополнительные настроечки, которые вы должны пролезть и ручками прощелкать. Вот. Теперь у нас под ретрейсинг глаза заточены. Что у меня тут? Насчет глаз. Хочется в работе использовать кишот больше. Знаешь кого-нибудь, кто стилизацию рендерит в кишоте, чтобы на выходе как Марми было? Я же говорю, в принципе, как я поняла, инструмент не сильно важен. Главное, чтобы у тебя было желание заморочиться. Насчет кто рендерит в кишоте, я не знаю. Но я видела хорошие рендеры оттуда. И меня часто спрашивают, а что ты в нем-то не делаешь рендер? Я такая, не знаю. Так, по поводу глаз, наверное, не на этой модельке. Который под реал-тайм, короче, глаза, и которые делают для моделек в каких-нибудь играх или там, не знаю, в движках. Это одно, но то, что делают для... То, что я делаю для скульптов, это совсем другое. Здесь подход такой. Здесь одна сфера, на ней вот настроена тут куча текстур, короче. Всякие спекуляры и миссифы, которые есть у меня обычно и на этих спецскульптах тоже, на глазах. Но здесь сложность настройки в том, что... Давайте я ретрейсинг выключу. Сложность настройки в том, что, видите, тут они физически корректно работают. То есть, если я боком ее поворачиваю, у нее вот физически корректный, ну, плюс-минус, глаз. Это можно, короче, посмотреть в интернетах. Спекуляры всякие, вот эти вот, которые мне здесь кинут, видите, они добавляют... Кажется, что это баг, на самом деле это фича. Видите, какое сочетание красивенькое. Ну и миссив он просто подсвечивает полностью. Здесь он даже в принципе не нужен, потому что спекуляр дает достаточно артефактов. Вот. Его чуть подвыкручиваешь, он такой вау, как начинает бликовать. Про параллакс я рассказывала на стриме про волшебницу. Там же я рассказывала про как вот эти вот глаза сделать параллаксные. Ну, не от и до, а вообще, короче, в гугле это все есть. Как настроить параллакс глаз, даже если убрать внешнюю вот эту вот оболочку, где он. Он физически корректно отрабатывает, видите? Хотя здесь, по идее, сфера. Где-то, вот. Это просто сфера. Ну, вот это такой секретик параллакса, он так вот работает. Так что это Google в помощь. Ну или там на стриме. Там ничего сложного, просто нужно нормалки настроить на... Под этот, под дисплей, короче. А где у меня тут это? Понятненько? Так, сколько у нас там? Блин, полтора часа уже сидим. Вот. Где я скрыла? Вот. И сверху вешаем ковер, и он добавляет бликов. Был вопрос, как избавиться от кучи вот этих вот бликов, источников, которые везде там по сцене летают? Никак.
Я чаще всего, если какой-то блик попадает в глаз, вот, например, розовый, видите, тут не в тему, убиваю источник. Если он прям не критичный. Или делаю так, чтобы он не светил на... Где ты? Источник. А, это, блин, этот дирик, ты дурацкий. Короче, его можно грохнуть. Или вместо него сделать этот вход нормальный. Потому что избавиться от этих бликов, ну, нереально. Они или, короче, материал перекручивать, накручивать и делать специальные зоны, где будут блики. Но это тоже не поможет. Типа, вот этот блик, который здесь сверху, над, под веком, можно убрать маской. Сделать вот здесь вот на ковере специальную такую темную маску, которая будет затемнять вот это вот под глазами. Вот тут. И тогда вот здесь вот в ненужном месте у нас блика не будет. Они будут только снизу. Но это не уберет вот этот блик, который нам не нужен. Хорошо сидим, ага. Все-таки молчаливые. Короче, только гроханием источников это лечится. И не использовать директ, который прям будет бить. Вот видите, он снизу. Я здесь не стала насчет этого запариваться, потому что меня что-то не смутило это особо. Но у меня здесь тоже барахла, конечно, хватает в отражении. У меня здесь не было таких ракурсов, которые прям очень близкие. У меня было что-то такое. Дальний свет только. Вот. Так, про глаза на этом понятно. Давайте посмотрим, как глаза делать на спецскульптах. Типа, вот вы сделали как-то быстренько с какой-то спецскульпт, и хотите сделать какие-то быстрые глаза. Чаще всего я так делаю, потому что мне лень заморачиваться. А, Оль, если фок включить, выключить, картинки меняются? Какие картинки? Так, это не то. Это был хороший такой пример, а вот. Что за картинки? Поясни там, чародей, я что-то не понял вопрос. Может сделать несколько рендеров с бликом и без, а потом склеить в фотошопе? В том-то и дело, что постобработка не была разрешена. Работа грандиозная. Смотришь, вроде скульпт как скульпт, а когда внутрянку проект рассказывает, капец. Ну да. Так, здесь я не помню, какая у меня была основная камера. Вот заметьте, видите, у меня опять такой же набор камер, потому что сцену я использовала, которая у меня уже есть, просто перенастраивала под эту модель. Какая тут камера основная? Ой, уже не помню. Картинка? Кто картинка? Ну ты там вроде так и написал. А, картинка. Включить, выключить, картинка меняется. Ну да, конечно, меняется. Фок добавляет такого, такой глубины, знаешь. В принципе, она полезная, но лучше не перебарщивать с ней. Вот. Ну и вообще этот эффект фога легко добиться на кривых. Я чаще всего кривыми делаю эффект. Типа, когда хочется, знаешь, чтобы у тебя черный стал таким фиолетовым или красным. Проще этого добиться кривыми. Вот. Глаза. Здесь тоже все на ретрейсинге, и здесь глаза просто... здесь, видите, нету никаких внутренних сфер, внешних сфер. Здесь просто глаза, которые вот я взяла из... сетку даже покажу, смотрите. Вот они. Просто сферы, короче. Сейчас бы тело скрыть еще. Ой, блин. Вот. Причем даже не полностью сферы. Обрезанные, видите? Настроены они специальным образом под камеру и под эту сцену. Давайте посмотрим, как. Вот он, этот материал. За счет чего делаются вот эти вот точечки.
За счет текстуры, которая вот тут у меня. Эти точечки, они на самом деле нарисованы. Photoshop. Видите? То есть, если на предыдущем они были физически корректны, и материал сам бликовал, то тут я схитрила и нарисовала их в фотошопе. Видите, они тут цветные, типа тут и желтый есть, и красненький. А смотрится так, как будто бы это какой-то нарядный блик. Видите? И эту карту, то есть на этих глазах есть UV-шка, я кинула сюда, в эмиссив. Можно усилить, уменьшить. Тут главное с этим эмиссивом не переборщить. Тоже, если вы сделаете слишком большое свечение, это будет видно. А так, когда оно чуть ненавязчиво светится и какими-то такими бликами, в принципе, пойдет. Вот, что тут еще настроено? Это я, наверное, дальше расскажу, потому что тут понасовано всякого, что я люблю тут подкручивать. Да, тут, наверное, черт ногу сломит. Это лучше, наверное. Хотя, вот интересное, что стоит здесь отметить, когда вы настраиваете глаза, вы можете управлять бликом, то есть делать его цветным. Это очень прикольно. Раньше в Marmoset, по-моему, такого не было. И это было только в Unreal. Потом появилось, я такая, о, наконец-то, здравствуй, Marmoset. Здесь можно сделать блики разноцветные. Например, хотите такой синий. И он не будет смотреться как синий блик. Он будет смотреться, как будто бы у вас в сцене присутствует какой-то источник, который дает такой синий блик. То есть тут все построено на каких-то этих фейках. Тут освещение какое-то такое вы настраиваете, типа а-ля. Потом материал тоже стараетесь выкрутить так, что как будто бы там что-то есть. Здесь на самом деле ни одной текстуры нету. Это просто скульпт и сверху материал. Но стараемся поднастроить так, чтобы смотрелось, как будто это с текстурами. Так, привет, Оль, что ты думаешь про и это в начале мы обсуждали? Кожа как живая. Ну, про кожу давай это дальше, наверное, расскажу. Можно ли возюкать по экрану без нее? Без чего? А, что я не прочитала. Оля, у меня крайне важный вопрос в жизни. Смотри, но не по теме. У меня графический дисплей Boston, на нем защитная пленка. Я возюкаю по ней, но она замылила экран царапками. На что ее менять? У меня нет защитной пленки уже несколько лет. Но я не знаю, как там в этом Босту. По идее, в этих планшетах, которые экранные, это должно быть предусмотрено, что ты будешь возюкать по-всякому, и должна быть какая-то защита у экрана. У меня нет защитной пленки, и экран выглядит великолепно. Я ничего такого не использую. Не знаю, можно ли на твоем экраннике снимать. Надо гуглить, потому что я такой экранник не знаю. Это правильно, что ты боишься, я бы тоже боялась. У демоницы еще в глазах какая-то подложка, которая имитирует опал. Какая подложка? Нет. Единственная карта, которая тут на все это дело влияет, это вот. Ой. Эмиссик. Его выключаешь и все. И все. Больше нету тут ничего. Все остальное это Vertex Color. Включаешь карту, светится вот так. Запись будет, ага. Пленками мыло. Я не знаю, с пленкой неудобно, наверное. Она же не дает, как это, эффект, когда ты как будто бы в воздухе рисуешь. Как будто расстояние до этого, до экрана больше. Так, про глаза это и сказала, про кожу. Про глаза все вроде, да, сказала? Самое главное, короче, эмиссив, спекуляры правильно настроить. А нет, не все сказала. Спекуляр и глосс, почему? Почему я использую именно эту, а не металлность, там вот это вот? Потому что мне нравится на глазах именно, как бликует спекуляр.
Так, здесь, наверное, это плохо видно. Давайте лучше на ком же лучше? Ну давайте к этой девчонке вернемся. Кстати, что за экранник? Этот синтик же. На том жалике Хайона есть недорогие, качество не хуже синтиков, но Ваком это Ваком. Да, Хайон тоже хороший. У меня есть экранник Хайон, он тоже хороший. И тоже там нет защитной пленки. Вполне себе. Причем у него поверхность даже приятнее. У синтика она немного такая, как сказать. Может быть, просто потому что я на нем уже 100 лет езжу по этим стилусам. Она такая, как будто бы глянцевая, что ли. А там она такая матовенькая, приятненькая, как обычно. Короче, насчет глаз давайте лучше здесь посмотрим. Здесь то же самое с глазами. Но только здесь еще такой момент использован выпуклостью глаза, видите? На самом деле при приближении видно, что тут сеткой-то можно было и побольше сделать. Так. Но здесь, кстати, альбедо есть. Но и Миссив работает точно так же. Тоже он нарисован в фотошопе, выглядит вон как. Глаза там как-то лежат на ювишке. Ювишка стандартная из ZBrush. И настраивается точно так же. Обязательно глосс, спекуляр. Смотрим, насколько мы хотим, чтобы оно сильно отражало. Здесь настраиваем это. Этот фреснель этот чаще всего лучше не используйте. Он дает по бокам такие некрасивые блики. Лучше его выключить. Я как-то его уже ругала на каком-то из стримов. И субсурфейс вот этот вот тоже я включаю на глазах, чтобы они были не пластиковые. Если его вырубить, они будут пластиковатые. Ну, альбедо не обязательно, тут можно и Vertex Color, наверное, включить. А, хотя он темный, да? Вот так выглядит из ZBrush текстурка, которая приходит. Это просто полипейнт. Ничего такого. Ничего такого особенного. Ну, как работать с Vertex Color, у нас есть запись другого стрима, можете там посмотреть. Так, ну, про глаза, короче, понятно. Давайте про кожу посмотрим. Так, про фон тут было. Так, это про волосы. Так, ладно, про кожу сначала, а потом тут еще был вопрос про кристаллы, тоже интересно, хотела посмотреть. Кожа здесь настроена чисто под полипейнт. Вот у меня материал кожи, когда-то я его сделала, сохранила и использую его, типа, просто поднастраиваю под разные модели. Обычно вот эти SSS всякие, которые вот здесь вот надо включить сразу же, когда вы настраиваете материал кожи. Давайте я продублирую, чтобы было понятно. Чего ты не дублируешь? А, вот. Чтобы мы не этот материал портили. Вот. Выкручивая маск и выкручивая вот эту скатер, можно настроить прозрачность, типа, чтобы восковость была в материале. Тут тоже главное не перебрать, потому что будет слишком просвечиваться. Можно что-то такое сделать. Главное, чтобы ноздри не засветились. Потом был вопрос, как сделать, чтобы ушки светились. Для этого вам придется сделать ювишку и запихнуть сюда карты, которые будут указывать, что должно светиться. То есть, где утоншения будут. Про это тоже можно погуглить, как настроить subsurface scattering. По-моему, даже на сайте Marmoset'а есть это. Или где-то я видала, короче. Чтобы вот это место просвечивалось, вот это вам вручную надо будет обозначать. Нос там, губы, чтобы он сильнее светилось. Но так как у нас тут нету карты, мы общими понятиями
регулируем. И светятся они только за счет того, что они реально физически тоньше, или реально там на них как-то свет взаимодействует. Например, если сзади здесь шлепнуть какой-нибудь источник, оно типа начнет светиться. Сейчас повернем. Ну, не знаю, оно чаще всего... Раньше прям все что-то гнались за этим просвечивающимися ушами. Сейчас уже как будто бы это не модно. Ну вот, они типа начинают светиться. Но чтобы они светились не в общем, они сейчас у меня просвечиваются по всей вот этой поверхности. Нужно настраивать здесь масочками все это дело. Понятно? XP-Pen 15.6. XP-Pen, кстати, я даже ни разу не пробовала. Рулон пленки для цветов. Я ее использую на планшете. Меня как зацарапается. Просто пленка на малярном скотче. Как изобретательно. Как ты рисуешь на фотошопе? Типа какую-нибудь карту импортируешь, и там можно текстуривать. Я рисую прям по UV-шке. То есть я экспортирую карту, которая цветом. Вот эту. И по ней прям рисую. То есть я примерно понимаю, где у меня должно светиться. И получаю вот это. Это все нарисовано вручную. И чтобы у вас это все дело светилось, еще нужно бахать источник сзади. Иначе оно ничего не засветится. Но я еще раз говорю, что сейчас уже так никто не делает. Что уже никто не машет вот этими светящимися ушами. Это уже не очень-то как будто бы и нужно. Главное, чтобы был ССС, который видно. Типа что... Ну здесь же видно, что у нее какой-то есть ССС на лице. Sickness map вроде нужна. Но она автоматически не получится у вас. То есть ее все равно придется корректировать. Не так, что вы взяли ее где-то, сгенерировали, кинули и такие, о, все, прекрасно. По-любому придется что-то подрисовывать. Потому что все туторы, которые я смотрела про всякие реалистичные портреты, там это все, конечно, берется за основу какая-то карта, но рисуется поверх нее еще что-то вручную. Может быть, в каком-то Substance или в том же ZBrush можно нарисовать какую-то дополнительную карту, снять ее, ну, типа того. Оль, спасибо за ответ, и очень полезно было, как раз сижу сейчас на стройке на 4-й мармы, мучаюсь. Мармосет 4-й прям хорошо получился, прям мне нравится в нем делать рендер, прям вообще классно. Не хватает, конечно, вот эти вот исключения, чтоб он делал там. Ну, это такое. Это уже, наверное, надо лезть в, как они, в движки. Так, про И мы говорили в начале, что он там добрался до 3D, мы все ждем, чтобы он нам делал ретоп. Надеюсь, когда-нибудь он все-таки доберется. Конец 2022 года, мода на прозрачные ухи прошла. Да, фиксируйте там. Гражданочка, вы тут это, чащимися ушами. Не мог понять, что не так делаю при рендере, но благодаря вашим стримам наконец-то нашел ошибку. Спасибо. Пожалуйста, видите, информация сразу в мозг идет. Так, про кожу самого еще сами настройки. Здесь тоже я использую глосс спекуляр. Но тут главное не перекрутить их. И вот эти вот блики, которые я не люблю, вы знаете, по ZBrush, я вот такие вот блики не очень люблю. От них можно избавиться, подвесив сюда анизотропию. Но с анизотропией надо быть аккуратнее, потому что на теле она смотрится странно. Здесь она не помогает. Она уводит блик, но не туда, куда нужен. Да. Короче, прямые блики не очень люблю.
И будет на ритопе пальцы добавлять. Ну да. Так, про ССС мы тут посмотрели. Тут еще есть Volumetric Skatering. Volumetric. Он делает прям светящиеся уши, смотрите. Видали? Очень удобно. Не знаю, чем они отличаются. Конкретно для вот этой задачи не то чтобы прям разница какая-то большая. Меньше крутилок. Так, Sin Surface делает типа у вас этот Flat Color или что-то такое. А, нет, не Flat Color. Это вот здесь я перепутала. Antil делает Flat Color. Кто-то спрашивал, как делать рендер, как это, Hand Paint лучше. Я чаще всего делаю типа через вот этот, вот эту вкладку. Вот, но здесь это не нужно. Большое спасибо, подчеркнул кое-какие новые элементы, поднастроил сцену во время стрима, стало в разы лучше. Ого, ничего себе. И бояться в 3D-шке не ходить, все будет пучком. А какие фишки сейчас актуальны или модные в рендере? Сейчас модно делать под 2D. Сейчас много кто делает под 2D все. Так, про кожу, что-то еще я, что я еще не сказала. Не бойтесь тут все это дело тыкать. Оно не кусается. Можно все это понатыкать и посмотреть, как это будет. Вот этот фьюз, он делает типа микрошерсть. Витящуюся. По краям, видите? Его обычно добавляют на кожу, но только по маске. Здесь обязательно нужно маску кинуть, потому что свечение на носу, которое вот тут появляется, это не очень хорошо. Но свечение, которое появляется вот здесь по краю, это хорошо. А здесь прямо его даже особо и не видно. Вот. Когда только научился СССР, мода прошла. Что-то я тут наковыряла, у меня теперь уж светится. Тут еще можно красивенько добавлять разные цвета. Например, если вы хотите, чтобы просвечивалось не красным, а каким-то другим цветом. О, у меня теперь каким-то белым просвечивает. Видите? Короче, можно цвета ковырять еще. И не всегда прям нужно двигаться по инструкции. Иногда бывает, что вот здесь настраиваете ССС, тут шлепаете какой-нибудь этот, господи, металнис, рафнис, и получается очень крутой эффект. И кажется, что в принципе так и задумано, но на самом деле это случайно получилось. У меня так получилось вот в этой работе. Когда я делала, хотела сделать примерно какой-то такой материал, типа кожа, но не кожа, а что-то металлическое. И получилось, что... Сейчас я покажу, короче, что рассказывать. Вот. Тут я понакрутила всякого, включила анизотропию еще. И сделала металл. То есть здесь блики такие нарядные за счет металла. Иногда металл тоже пригождается. Видите? Поэтому не всегда прям нужно следовать по инструкции. То есть можно сказать, что во всей работе стоит делать упор на марму, а не на скульп типа 60-40, нет? По времени, что ли? Ну нет, больше ты скульптишь, конечно, но вот я пока вот это скульптила. Сейчас я вам покажу. Я дополнительно это все кидала сюда на рендер. Смотрела, как оно будет выглядеть. Так, где тут первая какая-нибудь картинка? Вот, это чисто ССС-ный вариант. Потом эксперименты с металлом пошли.
Тут с освещением. Тут еще была проблема, что мне нужно было подсветить живот. Вот у нее живот вот здесь необъемный, видите, тут не видно его. Хотя он очень объемный на скульпте. И я его здесь подсвечивала дополнительным источником. Сейчас покажу. О, господи. Это боковой. Вот, вот этот источник. Вот если его вырубить, то здесь, видите, как плоско все. Казалось бы, вроде все правильно освещено, вроде там есть общий источник. Но вот тут вот внизу все плоско вообще. Оп, добавила дополнительный источник сразу. Оп, красивенько как стало. И это не зависит ни от чего, видите. Это просто в процессе работы так получается. Не знаю, почему так. Короче, нет какой-то такой инструкции, что хоп, нажал одну кнопку и сделалось красиво. Так не получается. Не получается так. А будут ли уроки по UV? Очень бы хотелось. О, это же скукотеньская скукотень. Че, ну под реализм упарываться все равно ССС. Знаете, прикол ССС еще в том, что его можно повесить на все. На одежду. На вот предыдущая, которая космодевчонка была. У нее на одежде даже ССС есть. Я его везде, короче, вешаю. На глаза вешаю, на вот на тело. Потом хотела еще показать 2D, как сделать. Так. А где ты? Алло. А, вот. Оля, какой материал в браше для кожи используешь? Обычный дефолт перенастроила на скин. А может AI ползунки крутить в мармосете? Может, конечно. Как же приятно слушать стрим без мата. А чё, все матерятся, что ли? Ну, как некрасиво. Так, вот, короче, у меня есть такой 2D-шный типок из игры, ну, вы знаете. Что ты тут так тормозишь, господи ты боже. Вот. И чтобы у него не было проблем с тенями, или там, чтобы у него не светилось, ничего нигде не засвечивалось. Блин, беру эту фигню. В материале кожи, вот то, что я добавляла. Где ты? Где у тебя твой материал? Дефолт? Дефолт? Вот этот включаем. И тогда он просто берет этот альбедо. Чисто альбедо без теней. Но если вы хотите, конечно, сделать, чтобы у вас было. Что это отключилось? Чтобы у вас красивенько было где-то свет там падал или еще типа того, то, конечно, этот материал вам не подойдет. То есть не материал, а режим Unlit. Вот этот. Что-то я не поняла, что у меня отключилось. Что извалилось? I call you do an English tutorial someday. My English is very bad. Very, very bad. Maybe someday. Or not. А может и нет, а может и да, не знаю. Ну, так как у меня больше здесь такой русскоязычный канал, наверное, это будет немного бессмысленно. Я и так, когда делаю на видосы титры, там, страдаю, сижу, там, 10 минут видос, чтобы делать субтитр на английском, это там надо прям напрячься. Короче, не надо никаких инструкций, крутишь ползунки туды-сюды до появления результата, красиво, и все. Да, примерно так это работает. Но почему-то все думают, что это какие-то там этапы, там, ты по этапам делаешь.
Никаких этапов нету. Просто сидишь, крутишь, пока не получится красиво. Если ты докрутился до какого-то этапа, где у тебя получилось плюс-минус как-то красиво, сохраняешь его, но тебе кажется, что ты все еще не дожал, и делаешь еще один вариант, прям заново. Вот, запись останется. А как ССС работает, зачем его добавлять? Ну, чтобы красивое восковое лицо было, чтобы не пластиковое было. Экран стрима почему-то синий. Надо может, F5 там сделать. Школа рядом, постоянно слышу матерящихся школьниц. Детишки. Так, ну про 2D, кто-то спрашивал про 2D просто. Короче, лучше его делать или вот этим анлитом. Ну или если хочется с тенями бороться, то... То как-то тут сцену настраивать, ну это уже, наверное, другая история. Под 2D сцену настраивать немного другое. Вот здесь у меня настроено под освещение. У меня, по-моему, здесь специально где-то свет даже падает снизу, сверху. Да, вот подсвечивается немножко. Ну, не то чтобы прям это нужно. О, опять про Олю песня, да? Ольга, ну тебя отключил, я телефон на зарядку поставил. Блин, давай там не пугай. Я испугалась, что у меня что-то вырубилось. Тенюшка Аида, это его же моделька с вывернутыми нормалями. Какая тенюшка? Это все нарисовано. Это все из браши этот Polypain. Тут вообще нету. Тут, во-первых, нету текстур. Это все тоже Polypaint. И во-вторых, тут все тени нарисованы. Тут единственное, я добавила вот эти красное освещение немножко. Но оно не очень-то нужно. Блин, что-то мне эта сцена как-то лагает. Давайте другую откроем. Так, про что мы еще не поговорили? Сейчас я открою и посмотрим вопросики еще. Где тут мои вопросики? Кристаллы, мармосети. Кристаллы я пропустила. Так, про глаза мы посмотрели. Как добиться такого материала волос? Ладно, давайте я на вот этом расскажу. Там был вопрос про, можно ли как-то обрезать модельку, чтобы было а-ля красиво. Бюст там, все такое. Сейчас. А, вот, возможно ли обрезать модельку прямо в мармосете без кар, типа красивый переход бюста, например. У меня есть способ обрезки такой, но он костыльный очень. Лучше, конечно, обрезать какими-то ручными способами или картами. Это будет очень костыльный способ. Как его сделать? Добавляем Shadow Catcher. Что такое Shadow Catcher? Это такая плоскость, типа как в V-Ray. Ray Plane она называется, которая считывает тени, которая типа пол. Вот она. Берем эту плоскость и поднимаем вот так вот. И она обрезает все, что нам нужно. Видите? Но она обрезает только по плоскости. Поэтому это костыльный способ. Но если у вас прям там что-то слишком уж какое-то там некрасивое висит снизу, и вы хотите по прямой обрезать красивенько, можно, в принципе, этот способ использовать. Можно здесь как-то тени, по-моему, выключить. Или нельзя? Не, нельзя. Опасти только. А, не, вот, через опасти и можно как раз. Ну да, вот, короче, вы вырубаете тени, и типа она такая висит в воздухе, делаете рендер, и типа красивенько. Ну, такой костыльный способ. ССС на растениях еще хорошо используется. Да, я говорю, его по идее везде можно пихнуть, даже на какой-нибудь металл пихнуть можно его. У меня обычно куча рендеров с разным освещением, куча проб и ошибок. По итогу выбираю самый годный, кнопки, как сделать красиво, не существует. Да, да.
Ну, я и говорю. Просто несколько всяких. Пробуйте вариантов. Как такие штрихи на 3D делать? Так, это, наверное, про 2D, да? Это вручную все нарисовано было. Это все было вручную нарисовано. Прям в ZBrush берешь и рисуешь. Крутишь, пока красиво не будет, потом еще крутишь. Каким образом? Таким образом, на жестком диске осталось 50 гигабайт свободного места. Да, у меня то же самое. Все жесткие красные. Про UV? А чё там с UV-то? Оля, с лоями в зебре пользуешься? Ну, редко. Редко. Чаще всего я, короче, по истории чаще всего отматываю всякое. Тут, кстати, про источник света, видите, тут есть прикольный контровой. Вот он как стоит. Это я про контровые просто не сказала. Покажите, пожалуйста, материал огня на кинжале у девушки гиены. Да, кстати. А, давайте сначала... Или ладно, давайте гиену сначала посмотрим. Зачем нужен мармосет, когда есть корона и редшифт? Затем же, типа, рендер делать. Зачем дорогой корона, когда есть блендер? Тоже. Ну, типа, кто на что гораст, кому в чем удобнее. Не важно, чем вы пользуетесь, не важно, какой у вас там рендер. Главное, чтобы красивенько было. А что это за женщина вещает? Какая женщина? На станции уже появились возможности реал-тайм в короне чифте использовать. Не смешите. Чё ты, это видишь, что ли? Чё с тобой? Давай без этого. О. Так. Материал огня. Этого вы хотите? Где ты, алё? Вот он, бордель, видите? Ничего не понятно, где что находится. Где какой материал. Блин, привет, тут значит. Merged Women. Merged. Ты что ли? Нет. Блин, так удобно было в третьем. Он перепрыгивал сразу к материалу. Тут надо его искать. А, вот он. Этот материал я сделала из того, что я выкладывала на Boosty. Плюс текстурки к нему добавила. Добавляла текстурки из ZBrush. То есть у меня был mesh. Сейчас покажу, как он выглядит. Вот такой вот бардак тут. И на этот mesh я сделала UV-шку и сделала вот такую вот текстурку. Почему она тут в крайнем этом углу? Не знаю почему. Не сбраживайте. Типа, когда делаешь что-то костыльное, неважно. И вот здесь светящаяся еще штука. Как такое придумать? Тоже методом проб и ошибок. Сначала делаете... Сначала я повешала рефракт, чтобы он красиво просвечивался через рефракт. Но этого оказалось недостаточно. И я еще закинула этот сюда тоже. Короче, в материале эти вкладки все активные, которые вот я выкладывала. Можете там посмотреть. Просто плюс еще эти карты. Если ее здесь убрать, видите, он слишком насыщенный. Поэтому я добавила еще сюда это. И свечение. И все. Если без свечения, его вообще не видно. Ну, в принципе, можно отключить тогда его. Так будет, смотрите. Объемный какой-то туман. Ну, лучше, конечно, чтобы оно светилось.
принципе, можно было и так сделать, типа стилизованный. Но мне больше понравилось, что было несколько переходов таких. Почему я сюда кинула не цветную карту? Ой, то есть цветную карту. По идее, здесь должна быть черно-белая карта. Потому что я забила. Потому что она считывает цветную, в принципе. Она просто смотрит, где темнее, где светлее, и там делает прозрачность. Мне это и надо было. То есть здесь у карты, вот здесь, где темнее, мне нужно, чтобы сильнее была прозрачность, где светлее больше. Ой, наоборот. Короче, здесь, чтобы сильнее просвечивалось, тут меньше и так далее. Короче, и так мне. Вот. Зачем я включала гиену еще? Если быстро, значит посредственно. Мармосет определенно косячит. Вопрос не изучал. Если кто знает, напишите плюсы и минусы мармосети. Угу. Какая детализация оптимальна для полипейнта? Зависит от того, какую ты картинку планируешь выставлять, рендер делать. Или ты полипейнт для чего делаешь? Архивизм не в теме, на Арсейше не все знают, для чего мармосет и для чего все прочее. Ну, насчет крутилок, не всегда крутилка прям нужна, потому что она не делает ретрейсинг, не делает какие-то красивости, которые здесь можно настроить в самой сцене. Я использую чаще всего крутилку, которую вот типа поставила модельку, вот так повращала и сделала красивый облет. Ну или можно заанимировать камеру. Про анимацию камеры не знаю, стоит ли вообще упоминать. Если от огня убрать рефракт, но оставить прозрачность, плохо будет? Надо попробовать. Так, где рефракт, рефракт? Например, вообще убрать. То же самое. Вот этот рефракт, он был изначально на материале, видите, я его не выключила. По-моему, ничего особо не изменилось. Немного объем ушел. Ну, вот на таком расстоянии это не видно. Тем более она вся просвечивается. Я не про сетку Mesh имел в виду, сколько... А, не, я про сетку Mesh имел в виду, сколько полигончиков. А, где-то в среднем, вот на такую модель... Там 2 где-то 5 миллионов. От 2 там и дальше. Чаще всего. Зависит от количества деталей, конечно. Он платный весь мармосет? Это сервис или прога? Это программа, и она платная, да. Про кишот. Ну, кишот тоже имеет место быть, но мне больше нравится здесь. Так, про... Огонь посмотрели, про прозрачность посмотрели. Я хотела еще показать, кто-то там спрашивал про материал волос и плавно переползем туда. Так, как там называлось это? Блин, так много всего тут уже валяется. Ты найдешь, чтобы запомнить, как оно называлось. А, во. Материал волос вот тут. Здесь волосы, по-моему, я делала тоже с развертка. Да, у них здесь есть развертка, и поэтому проще работать с текстурой. Но здесь такая текстура, типа, лишь бы чтобы была. Альфа, почему она делится на волосочки? Потому что здесь вот такая альфа. Она типа на все волосы распространяется и делится. Вот. Ну и тоже свечение тут настроено под карту вот эту, под эмиссив. Ой, блин, короче, под... которая пришла с покраски, ну вы поняли. Вот, за счет эмиссива так выглядит материал. И здесь опять почему-то у меня включен subsurface. Хотя можно было и без него, наверное, обойтись. Потому что материал светится. Привет, Олечка, привет.
Статика в кишоте, то есть без анимации или прокрутки камеры, кто в теме и есть курс по мармосету? Насчет курсов не уверена. Ну, короче, тут все просто на покраске. Красим эмиссив и потом его кидаем сюда в мармосет, пробуем, смотрим, опять пробуем, смотрим, и за счет этого у нас получается. Если выключить... Вот, если выключить деление по волоскам, видите, все сливается в одну кучу. Поэтому лучше, что пусть будет. Лучше пусть будет. Оранжевый блеск на шелке – это материал. За счет анизотропии, которую я уже упоминала, здесь делается такой вот блик длинный, который... Вот видите, он по этим, по складкам идет. Им можно управлять. Если его убрать совсем, обычно вот такой материал все делают. Ну, это такое. Поэтому добавляем анизотропию, подкручиваем, где у нас должно быть этот, чтобы здесь по краю шло. Блик по краю шел. А, здесь, кстати, кто-то спрашивал опять про эти светяшки. Про пыль был вопрос еще. Все это делается в мармосете, так как тут нет эффектов. Все делается руками. То есть вот эти все пылиночки, вот эти все точечки, это все меш. Который не видно. Сейчас. Сейчас, подождите. Вот, это все маленькие такие точки. Кружочки, видите? Просто они понатыканы в зебраши. Кажется, что как будто бы это какой-то эффект, но на самом деле это очень много точек. Вот, и на них кинут материал, который, опять же, светится и взаимодействует со средой. И поэтому получается такой блик. Так, вот, что там про кишот, что-то в этом, да? Оля с прошлого решила, что субсерфейс там нужен, надо уважать ее выбор. Ну да, я тоже так думаю. Лучше не спорить с ней. Вот тут на крыльях тоже все эти точечки, это просто мышки. Песненько. Привет, Талант, привет, Олег. Стрим сохранится, сохранится стрим. Ленточку? Какую ленточку? А, вот эту, да? Материал ленты. Материал ленты тоже на прозрачке просто. Тоже у него тут ничего такого особенного. Если прозрачку убрать, он будет просто каким-то бликованным материалом. Тут даже, по-моему, анизотропии нету. А нет, есть. Но она не работает, потому что тут не выровненный полигон. Кто-то не видел у тебя эту работу? А, чем? Почему не видел? Была где-то. Просто она где-то уже давно была. Очень давно я ее делала на Draw This New Style. Так, что-то хотела еще. Так, про волосы мы поговорили. Про кристаллы я хотела еще поговорить. Там был вопрос про как кристаллы сделать. Вот, я сделала отдельную сцену даже. Это по концепту, да, это было по Draw This New Style. А у тебя есть рубрика с фидбэком по работам? И если есть, когда она обычно проходит? Как туда попасть? Она проходит чаще всего, блин, очень сейчас редко проходит. Ну, где-то раз в два месяца, раз в месяц она была. Не знаю, в этом месяце, может, будет, а может и нет. Туда попасть надо быть подписанным на группу и не пропустить новость, что, внимание, завтра будет сбор работ на фидбэк, не пропустите, и тогда вы успеете, там, если я выложу новость, например, в час, то где-то в течение 5 минут там набирается уже 20 работ. Я где-то собираю 20 работ ВКонтакте и работ 5, наверное, в Телеграме. И потом их рассматриваю на стриме.
Вы любитель или профи используете Substance Painter? Я два их использую. Смотри, раз, два, видишь? Так, короче, фидбэку можно посмотреть. На канале есть видосы. Там фидбэк, что-то там. Что там называется? Стрим фидбэк, что-то такое. И там я вначале всегда говорю, как на него попасть. Так, про комп. Так, понятно. Вы вроде еще что-то выиграли в том челлендже. Да, я выиграла календарь. Наклеечки, еще что-то. Календарь, правда, уже не актуальный. Сейчас он уже заканчивается, но очень красивый календарь. Да. Супер обаятельный у тебя работ, класс, спасибо. Так, про кристаллы. Когда мы делаем рендер кристаллов, если это касается натурального рефракта или что-то типа того, если просто так сделать прозрачку и рефракт, то будет смотреться, как будто это какой-то прозрачный мыльный пузырь, а не кристалл. Про кристалл, который внутри имеет объем и свечение, я вот показывала вам в начале там гифку, можете там посмотреть. Но как сделать кристалл, который прям как кристалл? Если на него накинуть просто какой-то вот материал с рефрактом. Что тут? Refraction включен. Глосс. Я, короче, перестрела настроила этот. Не знаю, зачем здесь металл. Он выглядит, ну, так себе. Но если зайти и нажать чудесную кнопку ретрейсинг, смотрите, что происходит. Мама дорогая. Мама дорогая. Короче, ретрейсинг меняется сразу. Там прикрутили какую-то штуку. Раньше не было такого. Раньше ретрейсинг плохо работал с рефрактом. И все намного лучше. Можно еще подвесить на рефракт. По-моему, здесь у меня есть свечение где-то. Да, свечение. Есть несколько режимов свечения. Emissive, Head и Fluorescent. Вот этот Head, он такой делает температурное свечение. Прикольное тоже. Я его иногда использую. Вот, если его подкрутить, будет что-то похожее на правду. Он будет немножко светиться, но, в принципе, нам это и нужно. Вот. Ясно? Оля, у тебя в семье 3D еще кто-нибудь занимается? Да, сын у меня занимается. В течение первой минуты там уже 20 работ. Ну, да. Ну, там главное успеть, да, скинуть. Ну, там обычно люди прям не скидывают работу, а, как это, забивают место, просто что-то печатают. И главное успеть нажать «Отправить», а потом отредактировать сообщение и закинуть картинку. Кстати, тоже не припоминаю, так это про что. Рендер скульпта из браша в мармосете, зеремеш с переносом нормал-карт из браша. Есть ли вариант, как адаптировать хайполи максимально быстро к рендеру в мармосете? Я никак не адаптирую. Я просто экспортирую. Зависит все от компьютера твоего. Покажи календарь. Не покажу. Я его где-то уже показывала когда-то. Он на стене висит, мне его жалко снимать. Вот на фидбэк летят при встрече бабушки. Я еще не успеваю иногда нажать там, ребят, все, набор закрыт. И еще люди продолжают скидывать, хотя я говорила, всего 20 работ. Ну, сложно потом. Сложно потом. А можно не по теме. Собственно, скульптура а-ля это работа, где она может реализоваться коммерчески, помимо заказов на 3D-печать. Иногда иллюстрации нужны, иногда дизайн персонажей. Например, вот эти вот всякие... Вот эта девушка с черепом, которую вот я показывала там. Metal Gear девушка, она катит на дизайн персонажа. То есть можно делать дизайн. Да, с ретрейсингом прям чудеса-чудесатые. Еще если, конечно, подобрать правильную HDR-ку, она здесь очень важна, если ее вырубить, видишь, что получается. Без HDR-ки тут прям вообще нужно обязательно. Это как вы приходите в эту, где продают всякие колечки, как-то ювелирку.
И у них там, видели, на витрине куча всяких там световых источников, лампочек, что-то, блин, там подсвечивают какие-то. И вы такие: о, как красиво, покупаешь, домой приносишь, а оно дома уже не так красиво. Дизайн персонажа а-ля концепт. Извини, что много пишу. Могу заткнуться. Пиши. Ну да, именно это. У меня пару раз было, что приходили за концептом, что именно вот нужен концепт. А можешь на фото приклеить бы... Было... Чё? Бы... Рендером глаз, сводка из треугольников к центру, плюс полный... Что-то опять... Что-то написано. Я не поняла, что написано. И какую еще геометрию в сцене, кроме пола, используешь? Задники там всякие. Ничего не использую, кроме пола. Фон только. Фон и Shadow Catcher. А, ну... Ну, туман еще. Ну, это считается? Ретрейсинг, нормосеть, любая видюха поддерживает? По-моему, нет. По-моему, нет. Ну, там можно на CPU, конечно. Не важно, наверное. Так, что еще я хотела посмотреть? Так, я посмотрю в своем этом. Я сейчас материал посмотрел. Какой материал волос. Проблики смотрели. Так, там дальше про запечку пошел. Так, где-то тут было про волосы. Про рендер стилизованных волос интересно было бы. Маловато и ограничено материал на эту тему. Также неплохая тема про запеченный свет. Насчет рендера стилизованных волос. Материала не то чтобы мало, просто, наверное, он не очень понятный. В первую очередь, когда мы делаем стилизованные волосы, нам нужно обращать внимание на... Сейчас я покажу картинку, чтобы вы понимали, о чем я говорю. Вот. Я нашла, короче, в интернете такую вот картинку. Нам нужно обращать внимание на блик. То есть стилизованные волосы, они когда становятся красивенькими, когда на них блик вот этот вот появляется, который ходит как вот... Где был этот вопрос? По-моему, в телеге. Вот этот вопрос. Вот этот вот блик. Все остальное, в принципе, мы можем сделать, покрасить, как-то накинуть какие-то текстуры, даже сделать вот какие-то вот такие а-ля волосы. Но самое проблемное – это блик, который вот бегает правильно. Как его сделать? Здесь такой метод на этой картинке представлен, типа вручную это красить. То есть, как этот блик будет работать? Он будет бегать от розового туда к фиолетовому. Это карта Direction, направление блика. А на чем бы вам показать? У меня здесь есть Play обычный. Вот он. И, например, вот Direction Map. Если здесь просто анизотропию включить, и там какой-то roughness, metalness, видите, вот как он работает? Вот тут на шарике видно. И когда вы меняете вот этот Direction, он меняет направление блика. Как нам управлять им? Потому что вот, чтобы сделать вот такие волосы, они же у нас, скорее всего, цельные, цельным мешем. Нам же нужно показать, ты блик падай, пожалуйста, вот сюда, а не туда. Нам нужно сделать эту карту. Так, куда, где я? Вот. Видите, как сразу он меняется, когда указываешь ему направление, куда ему нужно. Вот, за счет вот этих переходов от красного к фиолетовому, к синему и так далее. И они так могут циклично друг за другом бегать. Вот на том примере человек, к сожалению, не знаю, кто автор. Может, здесь где-то написано.
используют просто фиолетовый и розовый. Этого, в принципе, достаточно. Но тут тоже надо экспериментировать, чтобы это правильно отображалось. Вот, ясно? Ясно? Ну и потом, когда вы тут начинаете подсвечивать, блик красиво вот так бегает по волосам. Почему чаще всего, когда волосы делают, например, какие-то плашками волосы, укладывают их на UV-шках вот с начала квадрата до конца квадрата, чтобы начало везде совпадало? Потому что по умолчанию направление считается сверху вниз. То есть если вы карту уберете, оно будет вот отсюда вот туда идти, или там отсюда туда, не помню. Вот, нам так не нужно. Нам нужно, чтобы мы управляли направлением. И для этого нужно рисовать вот такую карту. Также еще рисуют карту для того, где этот блик должен появляться. То есть он же не должен прямо у корней появляться. Он должен по градиенту где-то появляться вот здесь. Начиная там не с макушки, чуть подальше, короче. Вы поняли. Как пивот поставить в центр выбранного объекта? Он и так по умолчанию идет в центре выбранного объекта. Вот, например, у меня он в плейне. Пивотами можно управлять вот здесь, вмещать. Вот, можно поставить тут пивот. Или ниже сделать. До того. Но, по идее, он и так в центре объекта, пивот. Капельку про анимацию. Давайте, ладно, анимацию чуть в конце. Напомни потом, если я забуду, пожалуйста. Как можно сделать расфокусировку вокруг персонажа? Не могу нормально настроить, вся картинка плывет. Про фокус у нас было в начале про камеру. Там не помогло это, то, что мы там обсуждали? Так, вопрос чутка не в темы. Вакансии для джунов характер. Характер артиста существует, или по большей части все начинают условно проп-артистами. Джуны чаще всего, да, они распыляются и на пропсы, и занимаются и фоном, и какими-то маленькими персонажами. Ну да. Косяк был с глазами. Склера полностью прозрачная, opacity map. Но были затемнения, читалась сетка полигональная. Все soft age. В чем может быть проблема? Трейсинг проблему не решил. Угу. Сетка полигональная, если читается, то значит что-то с этими, с нормальными полигонов. Их надо сгладить, если их видно. А вот. Потому что вот из ZBrush, если что-то экспортить сюда напрямую в Marmoset, оно все угловатое приходит, потому что не сглаженное. То есть нормальные полигонов не сглаженные. А если экспортнуть, например, скульпт куда-нибудь в Max, там все подсгладить и обратно кинуть в Marmoset, по идее, должно без вот этих квадратов быть. Скажи, пожалуйста, как волосы из Maya X-Gen после использования функции груминга экспортнуть так, чтобы они все не были развернуты к камере? Про X-Gen вот тут вообще сложно. X-Gen — это темный лес для меня. Я с ним до сих пор на «вы». В древних Максах еще в 2006 был ретрейсинг, но тормозил пипец. Да, было дело. И работал от проца без видюхи. Но сейчас, по-моему, уже есть и от видюхи, и от чего хочешь там, все подряд. Привет, уже, возможно, обсуждали. Подскажите, пожалуйста, можно ли запечь свертекс, пейнт и текстуру? Пока еще не обсуждали. Это, наверное, тоже после вот этого посмотрим. После волос. Оль, не планируешь сделать подробный туториал по волосам? С радостью куплю. Это мой камень преткновения. Как мы волосам стилизовываем, что? Через Френель еще делают блик. Ну, Френель он дает этот. Риснель? Он делает этот блик, который по краю просто. Ну, такое не надо. Со скольки лет шарите в Гудине? Я не шарю в Гудине. В блендере еще есть шейдер волос. Там вроде Френель зашит. И блик можно тоже делать сразу. Френель он же по бокам только дает. А нам же нужен анизотропный блик. Нам же нужно вот это. Вот это нам нужно.
Да, кстати, у меня здесь есть подходящая гифка для этого. Вот смотрите, как работает Direction. Видите, это просто лежит локон, и блик бегает сверху вниз. Потому что по умолчанию, если у вас Direction не настроен, блик так и будет бегать. Но если вы сделаете карту направления, так, где она, которая вот выглядит зеленый, желтый, красный, фиолетовый, то у вас получится вот это. Видите? Это не так просто, тут надо много экспериментировать, конечно, и понять вообще суть, как это работает, но когда вы поймете, прям вообще красиво будет. С самого начала стрим не смотрел, спасибо за уточнение, потом пересмотрю. Ну, возможно, там не совсем про то, но мы рассматривали, как сделать размытие заднего фона. Девочина, что Brush не сохраняет зоны сглаживания из Maya, нет вариантов исправления, не сохраняет, он не читает просто. Он все смазывает. Ему пофиг, что ты там поназглаживал, где у тебя кризы там были, вообще по барабану. Оля, покажи, пожалуйста, как сделать пролетку камеры в Марме. Не крутилка, а именно как делать видео. А, кстати, да, у меня же есть... пример. А я думаю, блин, как вам показать облет? Оля, тут про волосы уже говорили. Они большие стали. Про какие волосы? Мои, что ли? Небольшие, а длинные. Чего это началось тут? Чего это началось? Да, кстати, я вспомнила. У меня же есть про облет и про анимацию. У меня есть, что вам показать. Сейчас я вам покажу. Вспомнить бы, как называется. Так, вообще не то. Вот у меня названия вообще не совпадают с тем, что внутри. Это проблема. Ладно, давайте облет посмотрим. Где тут было это? Не помню. Не помню. Так, про волосы, по-моему, я все сказала про волосы. Сейчас про облет, про анимацию и потом про запечку немного затронем и все. Так, как делать анимацию и считает ли Marmoset анимацию? Он читает анимацию, только эта анимация должна быть запечена в этот. Кэш, или как он там? Ну, вы поняли. Короче, просто заанимированный скелет, он не факт, что поймет, если сверху там моделька пляшет. Нужно это все выгнать в какой-то кэш. Как он там называется? АБ, который С, вот этот. Как он? Кто там знает? Блин, напомните мне, я уже слова все забыла. Олимбик, вот это вот. Ну, вы знаете. Как анимировать? Не помню, какая камера у меня здесь заанимирована. Сейчас посмотрим. Анимация находится или в отдельной вкладке, вот здесь анимейт, или можно в классике просто здесь вот добавить вниз этот. Где-то он тут добавляется, кажется. Или нет? Ищите тутер про волосы в стиле Arcane, там мультяшный шейдер, но сделано прикольно. Но это просто если нарисованы, да? Блин, сейчас не вспомню, где это включить. Наверное, тут. Да, таймлайн. Алло, где таймлайн? А, он улетел на другой экран. Извините. Так, какая-то из камер должна летать. Вот она. Вот эта камера. Так, ты какая? Третья камера.
Вот она летает. То же самое, в принципе, но анимация камеры сделана прямо в Мармосете здесь. А как ее экспортнуть из майки какой-нибудь, вот это я не знаю. Кстати, Оля, ты красивая, как Афродита, хотя нет, Афродита красивая, как ты, мужа, привет. Муж, привет тебе. Так, короче, тут анимацию я настраивала ключами прямо вот здесь. Как это делается? Тут довольно костыльные такие какие-то анимации, честно говоря. Вот тут видно, как она мне двигается. Типа она двигается по линии, и я, по идее, могу менять эту линию. Вот здесь ключик можно ставить и перемещать ее. Ну, прям, короче, видно траекторию. Но здесь как-то тоже видно, что анимация есть, но она прикручена просто, ну, такая простецкая, чтобы была. Короче, вы поняли. По идее, то, что по кривой можно облет делать, это очень удобно. Но пока вы ее настроите, честно говоря, такое. Как тут вот делать? Вот я не помню. Тут можно как-то эти настраивать переходы? Блин, тут, кажется, есть еще какая-то keyframes. Да, вот она. Вот она. Если кто знаком с анимацией, вот тут это все настраивается. Оп. Видите, тут можно сглаживать эту кривую. Видно там? Я не сглаживаю. Ой, темный лес, короче. Можно просто протыкать эти ключи, и тогда все будет нормально. Я делала, просто протыкивала ключи. Вот тут уже куда-то въехала, видите? Оля, ты просто золото, я золото. Спасибо, спасибо большое. Sorry for the English, but I love your work. World is sell your models for animation use. Почему? Почему ты извиняешься, человек? Не надо извиняться. Так, про облет понятно. Давайте еще посмотрим, если я сейчас найду про. Ай, как я подключала анимацию? Олечка, спасибо за стрим, уделенное время и весьма полезный материал. Ты крутая. Ого, Базарон, спасибо. Спасибо за печенюхи. Так, я сейчас, если вспомню, как называется этот, блин. Как же он называется? Я делала анимацию на конкурс, который был про русалку. Помните, как там она у меня называлась? Такой бардак, хрен найдешь что-то. Хрен что найдешь. А, вот. Опера она называлась. Точно. Точно. Оля, ты сейчас работаешь в офисе или на фрилансе, или просто в отпуске для себя арт делаешь? Я сейчас работаю в компании. Да, в компании. Как сказать? Обычный рабочий день. С утра до вечера, потом что-то ничего не делаю. Или там для себя что-то делаю. То есть ты просто наобум хаотично потыкала, как камера сама пролетит, то есть засняла. Ну, я ее двигала камеру, и она ключи запоминает. То есть ты ставишь камеру, нажимаешь на ключик, двигаешь камеру, и она запоминает, куда ты ее поставил. По оси. Но это надо быть аниматором, чтобы понять, как это работает. Или хотя бы сталкиваться с этим. Тут не так просто объяснить. Да я еще такой этот. О, это не в не в третьем. Фу, не в четвертом, в третьем я же тут делала рендер. Точняк. Тут, короче, материалы настроены не под этот мармосет. Надо половину повыключать. Но зато понятно. Зато будет понятно, как работает анимация. Так, где же она тут была? Аним, что аним 2. Так, по-моему, оно.
что-то прыгаешь-то? Эй. А, ключ включен. Блин. Блин, он по умолчанию почему-то оставляет его включенным. Так, ключ надо выключить, а то он запоминает, куда я двигаю камеру. Да что ты скачешь? Покажи что-нибудь нормальное. А, вот. Здесь еще наезд и шевеление. Как выглядит вот это вот, вот этот меш? Тут где-то, вот он, формат ABS. Он шевелится, я его пошевелила, короче, по не по костям, а прям по точкам в Максе. Сделала из него кэш ABS-овский. И вот он теперь вот так шевелится. Видите? По идее, можно сделать, конечно, скелет, чтобы оно все болталось. И красиво там как-то двигалось, там ручки, там ножки отдельно. Но это время поджимало, а я такой себе аниматор, поэтому сделала так. А в чем отличие второй мармы от третьей? Ну, какие глобальные комп древние, так что четвертая не ставится. Третья со скрипом, а вторая пока не ставил, думаю, стоит. Вторая хорошая, на второй я делала тоже хорошие рендеры, которые мне нравились. В принципе, на любой марме можно вытянуть хороший рендер. А как ты частицы делала? Просто мышь? Какие частицы? Вот эти? Что за частицы? Шарики это тут просто шарики. Они тут даже не прозрачные почему-то. Почему вы не прозрачные? Ну, это плохой пример, потому что сцена сделана не для этого мармосета. А скелет-то принимает марма или надо кэшами заморачиваться? Я заморачивалась кэшами, у меня не получилось ни скелет, ничего экспортнуть. Хотя, по идее, SketchFab же понимает скелеты. Не знаю, у меня не получилось. Если у вас получится, то вы молодцы. Мне не получилось. Я не нашла у них на сайте информации про это. Поэтому. Так, что мы еще не посмотрели? Про запечку, да? Всем большое, это композить в фотошопе, конечно, весело, но мне уж плохо. Так, про запечку. Запечку, про запечку. Да, наверное, и открыть-то особо нечего. Кто-то спрашивал про... Давайте открою какую-то рандомную сцену. Кто-то спрашивал, как запекать что-то там объемный объект на плоскость, что-то такое. Сейчас что-нибудь открою, что открыть-то, что открыть. Найти вам собаку. Там есть кейджи, которые работают как положено. И если вы хотите что-то объемное просто на плоскость запечь, сделайте кейдж дальше, чем мыш. Давайте я покажу это на этом. На третьем мармосете, наверное. Потому что я пеку на нем. Так. Где-то у меня тут была плоскость, а вот она. Вот, короче, плоскость. И если вы что-то объемное печете, то ее кидаете сверху. Берете плоскость, закидываете ее в лоу. Берете кейдж. И двигайте его вот так сюда. Хоп. Что там? Что с тобой? А вот сюда кладете свое что-то объемное. И оно запечется вот так на плоскости. Понятно? Есть кнопка сделать красиво? К сожалению, нету.
Это что касается запечки, что-то объемное. Потом еще был вопрос про как запечь свет. В третьем Мармосете есть вот тут вкладка про свет. То есть он печет весь свет в сцене на модельку. Но вот в четвертом Мармосете эту штуку почему-то убрали. В четвертом Мармосете этого нету. Если вот здесь вот поставить бейкер. Вот, видите, Lightning и какой-то Ambient. Что-то один, Ambient 2. Что за Ambient 2? И что? И что? Авики какие-то. А как запечь его в четвертом мармосете источник? Непонятно. Короче, свет я пекла в третьем мармосете. Просто ставишь модельку на нее источники и запекаешь этот свет. Потом, как запечь эту покраску? Vertex Color печется тоже. Не знаю, здесь он есть, нет? Вот он, кстати. Тоже просто галочку жмакаете, берете вашу хайпольку, ставите ее снизу лоупольку и на лоупольку запекаете Vertex Color, как обычную карту. И она получается у вас на текстуре. Где лучше запекать, Substance или Marmosetti? В Marmosetti. Оля, а покажи, какая ошибка возникает при запечке в четвертом мармосете. Не, сейчас я не могу это. У меня, скорее всего, тут свистнет все. Нагрузка на видеокарту пойдет, а у меня и так тут это все включено. А у меня оно, короче, если я пеку, то максимум нагрузки отдается в запечке. Так, что еще я не сказала? Что еще я не сказала? Что еще я не сказала? Давайте посмотрим по документу. Так, материал мы посмотрели. СС, как добиться материала волос. Запечь полипейнт. Это вот только что показала через Vertex Color. Кстати, про кейджи. Здесь в Marmosetti еще можно подгрузить свой кейдж. Но это, наверное, вы можете посмотреть и в этих. А, блин, в четвертом нельзя, что ли? А где в четвертом? Нет в этой вкладке? А, вот, Use Custom Cage. Если у вас неподходящий кейдж, который с лоупольки идет, можно подгрузить какой-то еще. Как это посмотрели? Как принято получить PSD? Это посмотрели. Вот. Вроде посмотрели. Так, давайте посмотрим еще в Телеграме, что было. Так, надеюсь, стрим будет т.д. Как добавить шум? Посмотрели. Как источники света и настройку. Как избавиться от теней, чтобы портить модель. Насчет света. Чтобы не было теней, которые портят модель, не ставьте много источников. Минимальное количество вполне себе достаточно. Вот у меня три здесь источника всего. Не надо там делать какую-то сумасшедшую сцену. Я видела, кто-то делал на конкурс рендер и выложил рабочую сцену. Там, блин, каждая штука подсвечена, везде какие-то источники. Но ведь по факту все равно, если все это повырубать, ну, разница не очень-то будет большая. Короче, не перебарщивать с источниками. Да и блики будут аккуратнее, если у вас будет там 2-3 источника. Видите, здесь вот бликует как. Здесь, кстати, глаза сделаны по типу сверху кавер, снизу. Или нет? Смотрится, как будто бы сверху кавер. А, ну да. В общем-то, двойной. Ну, здесь ничего не накручено, поэтому. Так, это Completing Light, потом как Albedo добавляется, или есть конкретная картинка, например, в Substance. Чего? Он как отдельная текстурка запихается.
запекается. А потом его хочешь как хочешь используй. Но чаще всего она как вспомогательная идет. И все-таки можно ли в каком-либо движке... V-Ray? А V-Ray это что, движок? Добиться точно такого же визуала, как в Substance. Не знаю. А что, в Substance прям супер красиво? Упс. Что я сделала? Я все сломала. Так, это я прочитала. Насчет максимум нагрузки на запечку. Кому-то может пригодиться. Если вылетает на этом этапе, в марме можно изменить приоритет на запечку. Снизив, будет медленнее, но вылетать перестанет. У меня просто начинает все лагать. Я ничего не меняла, и у меня поэтому не может. Так, я еще прочитаю, что вы тут писали в телеге. Как убрать глаза в студию? Это было. Тоже было. Как настроить материал, чтобы он отображал только тень? Вот этот вопрос я не поняла. Это что это за материал такой, который... В смысле, серматт, который делает только тень? Или чё? Вот это что-то я не поняла. Может, тут что-то? Ну, не, вряд ли. Типа, сделать просто серматт? А этот Completely Light. Потом, как Альбедо, это я прочитала. Всё-таки, может, в каком-либо движке тоже прочитала. Спасибо за стрим, всем пока, хорошего канала. Давай. И карту покраски запеченную Vertex Color можно не докрашивать в Substance. Ну, лучше докрашивать, потому что она, скорее всего, будет с какими-то... Ну, где-то там не то мазнул, там еще что-нибудь. Как перекинуть материал? Тут вопросы такие были. Как перекинуть материалы из 3D Max в Marmoset? Не знаю, такого не делала никогда. И зачем их перекидывать? А, они здесь все равно будут не такие. Про волосы. Про камеру. Так, ну тут вроде больше ничего такого. Тут вроде больше ничего такого. При этом ты будешь выкладывать кисточку ресниц на бусти? Какую кисточку? Для Substance, что ли? Ну, могу выложить, ага. Надо? Здравствуйте, а сколько времени в часах уходит на подобную работу? Я уже не помню. По вечерам сидишь, что-то делаешь, там, вечера 4, может, или 3, не знаю. Оля, анимация делается прямо в Marmosete, по кривым камера настраивается, или анимация импортируется из другой программы? Прям тут делается. Просто берешь камеру и кликаешь ключик. Вот смотри, берешь камеру, вот третья камера, да, взяли ключик. Вот, запомнили, вот здесь вот, видите, появился ключ. Передвинули ее сюда. Оп, подняли. Теперь, если мы посмотрим на нее со стороны... А, она мне не отображается. А, нет, отображается. Где там эта третья камера? Вот она. Видите, она теперь у меня анимированная. Оп-оп-оп-оп. Можно еще понатыкать ключей, конечно. Взять, опять берем третью камеру. Включаем ключик, двигаем сюда. И куда-то сюда. Она сама выстраивает эту кривую, а мы потом просто смотрим, как она летает. Вот. Видите, как некорректно? Потом придется равнять.
Вообще. Ну вот, получилась такая кривая. Видите? Вот. Вот. И чтобы это поровнять, это надо залезть вот в эту, как она там называлась, keyframes, вот это. Ой. Четвертый. Третий. Где ты, алло? Не четвертый, третий. Третий. Почему у меня потерялась камера? А, блин, я не то выбрал, что. Господи, боже. Господи, боже. Ну и где это? Трансформ. Вот он. И тут вот надо это все корректировать, чтобы у вас кривая была более-менее нормальная. Ой, ну это уже анимация. Сложно, сложно. Так, насчет запекания в марме лучше, чем в собственности, конечно, лучше получается. Качество лучше получается или просто удобнее? Просто удобнее и более гибкая там запечка. Как сделать эффект свечения, мы смотрели в начале. Про кристалл я сказала, про волосы я сказала. Собственности не лучше других, просто делаешь собственности, видишь одну картинку, потом в других рендер-движках картинка другая. Как добиться идентичности? А, ну там же экспортировать текстурки в этих пресетах. Ну, ты никогда не сделаешь прям одинаково. Все равно придется изгаляться. Оля, какая у тебя видеокарта? А вот ТДР подсказывает. Освещение же зависит. Даже в собственности с разным цветом выглядит все по-разному. Да, ХДР-ка влияет, источники света влияют. Все влияет. ССС, если у вас там. Обычно в Substance все выглядит слишком какое-то прям. Оно прям все прыгает тебе в глаза и говорит, смотри, тут детали, здесь детали. Потом ты, когда это в Marmoset перекидываешь, он менее такой насыщенный становится. Вот здесь вот некоторые детали убиваются. Но это и хорошо. Вот, например, вот здесь не видно, что происходит. А нам и не нужно, в принципе, этого видеть, потому что должна быть какая-то часть освещенная, какая-то нет. А в собственности оно все освещенное, все прыгает прямо в глаза, даже если поставить какую-то тень. Чем отличается Volumetric Scattering от стандартного SSS? И еще там есть Scene Surface, тоже что-то непонятное. Мне кажется, что оно такое все как будто бы одинаковое. Я не использую второй, который Volumetric. Я чаще всего использую первый. Ну, может быть, там есть какая-то разница прям в деталях, прям в какой-то мелочи, но я не заметила. Почему запекаешь третьим? Именно потому что сказала уже, что четвертый бажит. Так. Все экспорты текстур все же играют роль, всегда их игнорировал. Влияют, да. Ну, там же оно... Для одного одни текстуры нужны, для другого другие. Не знаю, прям есть ли разница, конечно, но... Говорят, что пресеты важны. Вот. Что еще я хотела сказать? Наверное, больше ничего такого. Наверное, больше ничего такого. Наверное, вы все знаете еще про материалы, что здесь есть стандартные материалы, которые можно вот здесь вот... найти. Но они не такие же, прям, что ты взял и такой, ой, красота, сейчас вот здесь все нарендерю. Их надо тоже настраивать. Даже вот этот скин, который тут есть, он не особо подходит, его надо настраивать. И глаз, который тут есть, вот он этот у меня глаз, но его тоже надо перенастраивать, настраивать. И здесь еще есть пресеты, пресеты. Не только вот этих вот HDR-ок, еще есть пресеты материалов. Но они тоже сделаны с расчетом на то, что у вас есть UV-шка, то вы уже чего-то постарались там. Вот, например, можно использовать какой-нибудь фабрик. Вот, я закачала несколько фабрик. Несколько фабрик скачала. И, например, вот накинуть на... Но так как у меня здесь UV-шки нету, оно будет косячить. Вот. В принципе,
Настройки материала сохраняются? Там всякие... Куда он его кинул? А, вот он. Всякие там шерстиночки, которые вот здесь по бокам как будто бы получились. Все такое. Но текстуры, которые здесь используются, они не будут видны, потому что вишки нет. Ты так круто полипентишь, что уже без проблем вхожу в касту 2D, да? Ладно. Не знаю, хорошо это или плохо. Ну, короче, вот их можно, в принципе, использовать, но докручивать их не помешало бы. Выглядит прикольно. А что с тенью случилось? Почему тень такая ломаная? Надо разбираться, видите, сидеть. Непонятно. Непонятно. Вот. Вот такие делища, конечно. Что еще сказать? А, это не тот материал. Подождите. У меня уже есть своя какая-то микробиблиотека всяких вот этих. Я уже 100-500 раз же все это рендер настраиваю. У меня уже есть свои какие-то для металла определенные заготовочки, для кожи, там, для... не знаю, волос или тут одежды. И вы тоже, если у вас материал какой-то хорошо получился, его можно сохранить. Вот здесь вот есть кнопка экспорт. Вы экспортируете, ну, выбираете его, как-то обзываете, чтобы он был не как попало обозван, и экспорт. И потом можно его переиспользовать. То же самое можно сделать с настройками камер и настройками сцены. Тоже их можно сохранять. Это тут замком закрыто. Вот тут вот. Вот это самая главная вкладка, которую я говорила. Здесь можно это засейвить. Но, по-моему, это не так как эффективно, как настроить сцену и использовать ее потом еще раз. Потому что в сцене уже настроена вкладка рендер. Здесь все настроено в камере. Есть уже там пара источников. Просто шлепаешь сюда модельку и уже под нее что-то там перенастраиваешь. Вот. Вроде бы я ответила на все вопросы, которые были. Если нет, крикните там в чате. Мы уже 3 часа тут сидим. Ужас. Я уже выпила весь кофе. Ну, что-то вы молчите, да? Ну, видимо, все, да. Целых 3 часа мы тут промалякали. Наверное, следующие стримы будут уже про скульпт. Может быть, устроим как-нибудь этот. Ждешь стрим по теме, а потом не знаешь, что там спросить. Ты свой выпил, а кто-то уже вторую заварил. Надо чашечку побольше. Так, следующий стрим будет у нас скульпты, потому что я в отпуске. И да, буду скульптить, стримить, наверное. Но это не точно. И, может быть, что-нибудь поделаем на следующей неделе, на послеследующей. А может быть, замутим перед Новым годом какой-нибудь фидбэк. Но я не уверена, потому что сейчас идет конкурс, кстати. Переходите в группу. Там сейчас идет конкурс Brutal Kawaii, вот этот, который Kawaii Brutal. Там нужно сделать что-то или мило-кавайное, брутальное. Или и милая, и брутальная одновременно на разных персонажах. Ну, там уже есть варианты. Короче, почитайте условия, в группе все есть. Ну вот, освоила за 3 часа новый мармосет. Спасибо за стрим. Я надеюсь, что он вам помог, что вопросов стало поменьше. Вопросы все равно еще... Я еще не до конца во всех крутилках разобралась. Но в том, что я, в принципе, уже потыкала, я вот сегодня рассказала. Вот. Да, так что подписывайтесь, я там сделаю новость, чем мы там будем скульптить, может быть, голосовалку какую-нибудь, а или все-таки я начну наконец проект, который собиралась начать. Вот, посмотрим. Все, вопросы кончились. Ты хорошая модель, очень приятная девушка, спасибо. За молодую особенно. Ладно, все тогда. Все тогда. Че сидеть-то?
Спасибо всем, кто кидался печенюшками. Подписывайтесь там на все, что там, социальные сети, там Telegram, ВК. Смотрите, участвуйте в конкурсе. Что еще? На Boosty там подписывайтесь, там тоже всякие могут быть появляться полезнушки. Может быть, выложу туда кисть, ага, сейчас найдут-ка ее для ресничек. И все. Спасибо всем, кто пришел. Да, спасибо. Спасибо, что без мата. А что, я раньше материлась разве? Маркус, что, из досады такой? Спасибо, что без мата. Ладно, давайте, следите там. А я за вами слежу, понятно? Все, пока.